Все, я начал запись. Нихера, он тут наспамил. А, это стик. Либо стич, стич. Тут еще он слоупока вот присылал. А, это же, короче, сервер-то как бы да. Приватный, да? То есть тут у нас получается не банится. То есть можешь любого размера сделать картинку. Удобно. Так, ну и да, совсем-совсем скоро мы уже начнем, дорогие друзья. И варпака, да. Че, варпак? Ой, дурацкий манкап. Ой-ой-ой. О, еще. Тут нифига народ на этом серебре. А. Варпака перекинули? Да, варпак ушел. Ну да ладно, окей. Ну да, сам так был страфовый. Снос. Ну да. Альпака за варпака. Че он там еще что-то скинул? О, вот это круто, вот я хочу. Нас забанят YouTube за вот это. Я не знаю почему. За что? За картинки? Да. Ну все, я надеюсь, все будет хорошо. Димон, если что, помогай на Ютубе, точнее, пуз, а все. А Димон участвует? А Димона нету, да? Нет. А, Димон, да, помогай, если что, на Ютубе, я за фичом буду смотреть. Все, а че он на Ютубе помогать должен? Кому? Про что? Все, думаю, можно будет начинать. Ну ладно. Поехали. Поехали. Сейчас, поехали. Подожди, подожди, еще там решаются. Сейчас погоним. Сейчас погоним. Сейчас все будет, ребят. Пехали. Пехали, пехали. Как говорится. Больше что-то будет. Да, первая карта. Ghost Spider. Напоминаю, что у нас онлайн кап. Последний этап квалификации в CPM физики, который решит наконец-таки уже окончательно и основательно, кто из игроков проходит дальше. И вот Дамы Плайдер уже сразу начинает. Напоминаю, что мы будем следить за сервер таймом. Как там сервер тайм? CG, Drool, таймер 1, да, по-моему? Да. Я буду следить за сервер таймом, буду следить за 7. И... какая-то кислотная карта. Прям. Да. И со мной, кстати, сегодня будет многоуважаемый Москаль. Да. В очень узком кругу людей многоуважаемый. Да, а в многошироком ряду людей он... Я, ладно, я не буду шутить много про тебя. Тут видишься, мне еще в Москву ехать потом. Так что да, ну, у Ивуха, как мы видим, на одном из серверов все достаточно неплохо. Умеют они все, в принципе, находящиеся здесь, умеют стрейфить. Сити вот зашел, я вижу. Почему-то без клон-тега, кстати. Ну и пока... Ай-яй-яй. Буду смотреть за Даунплайтом на одном из серверов. И уже у нас первая лига. Шторм финишировал. Это Шторм, да, 41,8. У Пуза 42,8. И Шторм, давайте сразу за ними посмотрим. Так, кто-то у нас ушел с пеки. А, это Ивух ушел с пеки. И вернулся. А, нет. А, он просто, видимо... решил посмотреть, что происходит, что делать дальше на карте. Но ничего страшного, у нас ничего не запрещено. Рандомные оба разрешены, но они выключены. Тайм-ресет разрешен, но его здесь нету.
Точнее, он, может быть, и есть, но он не особо юзабелен. Так что да. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что совсем скоро, на следующей неделе, выйдет ролик про Rocket-карты с подборкой карт для Rocket Launcher. Вася, если ты игрок, когда Пузефер будет выступать? Пузефер вот уже выступает, давайте я вам ее включу, коли есть преданные фанаты. Сетка есть на сайте dfcoms.ru. И вот вам Пузефер, давайте за ним и посмотрим. Кстати, новые некоторые люди, кстати, у нас здесь Биперсит, а это Эйсид, скорее всего, Барин. Барина мы видели в прошлом, 49 ставит. И Энтер, кстати, делает 39.0. Про пиццы. Ну, кстати, да, ребят, если кто-то из вас обладает хорошим вкусом, не только к еде, но и к жизни, заказывайте пиццу в сети пиццерий Додо по промокоду Леший, привет. Откуда люди? Все пузы, фанат привел, пуз привел фанатов, очень прикольно. Сейчас он немного на карте освоится. Напоминаю, что дается полчаса на каждую карту. Всего у нас будет 5 карт. Первая уже вот-вот у нас стартанула. И на ютубе я надеюсь, что Димон там помогает. Ну, если что, я тоже буду поглядывать. Так, ну пока все довольно ровно проходят. Еще пока рано по роутам. Ну, в принципе, карта прямая. Тут что думать-то? Ну, роутов особо нету, да, просто на скорость исполнения. Плюс привел армию фанатов, да? Откуда вы, армия фанатов? Давайте мы с вами пока побеседуем, пока у нас разогревчик идет. Давайте узнаем, откуда вы. Из мира Варкрафта, из Майнкрафта. Димон, готовь бан, Димон! Тут, кстати, телепорты такие заклипленные, и в них можно врезаться. А, ну да, кстати. Ну, это не то, что заклипленные, они, можно сказать, олдскульные. Раньше всегда так делали. Ну, естественно, у Энтера 38.0. Естественно, он пока что лидирующий позицию занимает. Если вы замечаете какие-то лаги, какие-то неполадки на стриме, сразу мне сообщайте, я буду пытаться делать ничего. Плохо. Каждый человек является фанатом Пузу, но не зря это. Да, согласен. Согласен, Тутти Фрутти, абсолютно с вами согласен. Мы из Fortnite. Enter опять. Читы какие-то ищет. Enter. Это присматривается. Да, давай я посмотрю. Ой, тут был слик. Ха-ха, я про это не знал. Там, кажется, слик. Да, там где-то слик есть. Ой, немножко Enter, видимо, не разогрелся. Интересно, как там у Enter с ремонтом. Надеюсь, все налаживается. Бывай, Энтер, ну... Мне интересно посмотреть, как в КУ-3 игроки будут адаптироваться. Все-таки они не играют же ЦПМ, как Монстрик, например. Кто еще? Ну, Ивух. Более опытный, но все равно. Ну да. Че, у них, как думаешь, есть шанс хотя бы на топ-10? Да, я думаю, есть, потому что некоторые игроки играют, которые уже откалибровались. Они играют просто так. Энтер, возможно, об этом не знает, поэтому он продолжает играть. Кстати, 51.02 Ренрод. Какой-то жесткий челик. Давайте обратим на эту темную лошадку внимание, потому что у него 37.0. А у Энтера 38.0. На секунду целую обогнали Энтера пока что. Ну и давайте пока такой вью, так скажем, оставим. Так или иначе, пришли посмотреть на отбор самого прошлого и самого прочего. Да, согласен. Согласен, Леший. Абсолютно ты прав, Алексей. Сделаю, пожалуй, сделаю Ренрод наоборот. А, Торнер. Да, прикольно. Не, я об этом не думал. Музыку сделаю немножко потише. И да, сейчас я еще... Буду стараться не забывать писать название карты. На самом деле, если пуст не выиграет, то все фанаты его на британский флаг. Да, поэтому
Тогда двое плазмят очень прикольно, кстати. Вот я смотрю за варпаком сейчас, вот какой раз он проходит место, и пока что-то он не допирает, как правильно его проходить. Так, давай я тоже посмотрю. Большинство дефрагеров на потолок не смотрят, а там надо посмотреть на потолок и увидеть кое-что. На потолке вот кое-что он пока что-то не то... не разумеет. Слышит, что нужно посмотреть на потолок, а что именно в потолке увидеть, естественно, он не плохо. Но на самом деле, а что на потолке ему нужно увидеть? А на каком, в какой он комнате, может быть, ты подскажешь? Да пусть сам думает, что. Вот, правильно. Прошел проверку, Москаль, все. Оставляем его тут, не будем кикать. Забаню тебя потом. Когда захочешь, да. Да, ко мне настроение будет. И на ютубчике у нас пока что тоже все в порядке. Ничего не происходит, я надеюсь, с записью тоже будет все хорошо. Мы знаем, где живет Пулс, но хотя бы населен Пул, поэтому наше обещание про своего приневзятого топ-1 вполне реально. Да, так что Пулс... Что-то слегка интро не заходит, да? Опусти себя вниз к чату. Я себя никак не отпущу вниз к чату, брат. Не смотри на меня. Кибербуллинг. Не дави на него. Ребятульки топят за пузо. Очень приятно. Всех рад. А я что-то не пойму. И... предпоследняя комната, там тележамп есть, где ракета дает? Клюква, привет. Почему не все фейлит его? Что? Какой ракетжамп? А, тележамп? Нету тележампа. Просто кажется, что есть там, прям очень близко к земле. Ну ладно. Кстати, вот пуск перебил энтера. Давайте я вообще переключусь на выкутришника. Ивух, это у нас выкутришник. И с варпака я тоже переключусь на, допустим, на Шарлон, который ушел с пеки. Под ремонт у энтера сделали одну комнату, спланировали кухню. А, это брат его, да, пишет? Тарк Кран. Это ты, наверное, да? Очень похоже по... Так, и давайте вернемся за Шарлона. Ну, пусть нашел стабильный преджамп уже, молодец. По спейсингу он никуда не падает. Ну просто если... Ребят, мы... Да, привет тогда, брат Энтер, очень приятно тебя здесь видеть. Полежь за Энтер, полежь за своих, скажи честно. Я просто... Мы тренировались. Доктор Катак Топ. Ясно. Понял. Принял. Мы... Ну-ка, пусть что по пустам-то, а? Есть что? Мы очень много тестировали расположение, пытались всяко-разное это все устроить, но вот это расположение, чтобы экраны у смотрящих, именно экраны дефрагов, не сливались, мы решили сделать вот такое диагональное размещение. 10 минут тем временем уже прошло. Чат тоже очень крупно. Обязан взять топ-3. Но он, кстати, если ты не в курсе, он уже откалибровался, и ему нет необходимости на самом деле сейчас здесь участвовать. Поэтому... Ну, по приколу можно. Да, по приколу можно, пусть участвует, никто не против, на самом деле. Иначе отрекусь. Давайте посмотрим пока что за Пузом. У Пуза классные чеки, минус 10 секунд. А у Энтера что-то проблема с преджампом. Он, видимо, не крутил никак такие. Либо крутил, но что-то как-то не очень у него. Так, Шарлон тоже пытается показывать хорошую игру. Не дед, а и Эвенджер. А, не дед, а Венгер. Все понятно. О, пуст 36 делает. Давайте посмотрим, за что он. Да, мировой рекорд, как мы видим, у меня на экране 33.6 слева. Это я сделал тайм фрейм в фрейм, то есть эквал мирового рекорда. Перебивать фрейм я не хочу, потому что красиво. 33.6 ровненько, это все классненько. Тем более, что карта для именно... Ой, 35.9, кстати, делает. 35. Энтер, да, большой красава. Главное, чтобы он... Причем знатно запоролся там где-то посередине, и все равно 35 сделал. Да, ну давайте пока. Коль есть фанаты Пуза, будем смотреть за Пузом.
и параллельно за Штормом, потому что Шторм это тоже у нас один из самых опытнейших игроков. Я с ним вместе, с ним начинал, то есть опыта у него хоть отбавляй, но, к сожалению, он на некоторое время пропадал, конечно, и просел немножко по скрихе. А кто там фанат Пуза? Вот Леший, фанат Пуза, Катавасия, работяга From Завод, 360 Degrees, вот эти вот Майнкрафтеры, короче. Нихера. А, ну ясно. Да. Пуз постоянно тут на стримах тусуется, так что если вы хотите с ним чаще видеться, можете подписываться, естественно, на наш канал. Будем всегда рады вас встретить, хайп, лелеять и так далее. И обязательно привет, пекарь, кикап, вот это все. И обязательно заказывайте пиццу Додо по промокоду 9052 к большой пицце, маленькая в подарок. А, предложение ограничено, да, кстати. Не забывайте. Они вот такую веселую музычку у меня прыгают. У Шторм очень круто перджамп по зонам. Молодец. Да, минус 200 целых, очень круто. Минус 700 подъем. Я возьму и буду за Лунтика болеть. А вот возьми и болей. Вот возьми и болей. Вот не будешь болеть за Лунтика, за бань. Ну что-то вукутришники пока молчат. Казахстан, ставка есть? Не знаю, можете проверить. Да, вукутришники пока молчат, ничего не показывают. 41.6 у главного вукутришника этой страны, это Ибух. И давайте посмотрим за Барином. Барину, думаю, будет приятно. И Шторма тоже переключим на Преда. Пред, кстати, известнейший майпер, которого многие дефрагеры могут знать. GT Пред сделал очень классных много карт. И сделал также много не классных карт, поэтому... Ну, у нас всех есть не классные карты. Барин какой-то такой псевдопиржам делает, не особо выгодный. Ну хоть пытается. Да, ну видно, естественно, что немножко не хватает опыта. Ля, Овчаркин, ты вообще, ты там прокурил все мозги, что ли, все? А, подожди-ка, дай-ка ему скину лучше. А тем временем, кстати, буду держать в курсе, может быть, кто-то интересуется. Алик против Кулера. А Вокин. Это, по-моему... Неизвестно, если кто-то шарит, посмотрите, какая карта, кто с кем, вам чего и так далее. Вам не сложно? Мне приятно. Enter делай раз, Гайон, привет. Да, Леон Полс. Полс. И сейчас, кстати, подвалит Овчарка. Я его позвал на другой сервер, чтобы он не пересекался с центром. Вот музон наваливает. Все, сейчас Пред просто сделает такую грязь нереально. Что, ребят, да я на Twitch попадаю. Топ полусонный. Какой Вокин выиграет? А, да? Что там по картам? 2-2 по картам, наверное, да? Разбой, помоги. Стрим у нас очень информативный. Будем следить за всеми ивентами. Да, отлично. Кто побеждает на руинах? Разбой. Разбой, Шейм, братишка, давай. А Шейм, ты же с Ижевском вроде. Не? Что-то я помню, что Шейм якобы с Ижевска должен был быть. Так, Барин пытается сликать. Получается, кстати, это у него нормально. Нормально у него получается сликать. Все хорошо. Но попадает, к сожалению, в пропасть, поэтому мы переключим на Эйсида. Эйсид тоже очень классненький чувачок. О, Варпак делает топ-2 на одном сервере. Нормально. Да, 37.1. Я вот смотрю, пока многие думают, как проходить комнату с ракетами, все-таки там нет теледжампа, надо как-то быстро к стене подлететь, возможно, как-то забустить или еще что-то придумать. А стена далеко. Спасибо, Шейм. Ну да, ну вообще, как вариант, я лично могу предложить игрокам такой вариант. Вы при выходе из телепорта, с разворота, кидаете сразу ракету под себя в сторону стены. Вас откидывает на скорости 600-700, и это гораздо будет лучше, чем обычный джерал.
пользуйтесь лайфхаком от Луди. Все верно говоришь, но не только лишь все это могут сделать. Да, но пусть стараются лучше. В любом случае. И не забывайте стараться лучше. Запись идет, все хорошо. Ну, в любом случае, если что, я отвечаю, там, скачаю, вырежу, но лучше, конечно, не стоит так делать. Варпак, тут небольшие проблемы с плазмой. Да, ну уже 17 минут, кстати, прошло, и остается не так много времени у игроков. И я чую попкорн. В конце про так, кто, скажет, кто нас лидирует-то? О, Enter лидирует. Неплохо. C равно лучше. От Свудис. Что? Чё? Не знаю, вот Овчаркин, кстати, заходит. И Кет, кстати, там был, подошел. Да, видел. Так, ну окей, давайте сменим угол обзора, давайте посмотрим за Варпаком и посмотрим за Ликуссон и Ликус. Вообще, конечно, странно. Карта, в принципе, почти вся целиком из трейфа состоит. Угу. Топ-1, хотя, ну, стрейфер, ну, послабее, скажем, прямо, чем, допустим, Шторм. Но пока как-то разрыв 2 секунды у них. О, я зачем-то Варпака включил, у него такая моделька, фу, медуза, давай, смотри, Варпак из. Какая мне моделька? Так этот, динозавр. А. У меня не прогружается, поэтому мне норм. Да, не, можно, конечно, включить CG Force Model 1. А, кипиш динозавр? А, да? Извини, Варпак, а, не признал. Да-да-да. Извини, Варпак. Норм вообще. Извини, Варпак. Все, братан, я смотрю за тобой, не отвлекайся, давай. Веспопский скелет. Хорошо, Варпак, хорошо, я понял. Я ушел, обиженный спать, буду под кваки засыпать. Он, смотри, он сонный, пишет стихи лучше, чем стримит Зерк. Да кто угодно лучше стримит, чем Зерк. Неплохо. Шовинизм, нельзя судить игра по его модельке, важно, что в душе. Не, просто слушать просто вот этот. Это. У тебя неплохо получается. Да, это не очень классно. 10 минут и временем остается. Так, надо вспомнить бин. 10. Так, 5 минут. Нос. Заценил. Только непонятно что, про зерга либо про душу. Ну и то, конечно, годненько. Лунтик старается. Лунтик очень старается, Лунтик молодец, давайте поможем ему стараться лучше. Ну, кстати, Лунтик перебил ей в ухо, между прочим, это чего-нибудь достоит на самом деле. А ей ухо вообще играет? Да, не, он спекает за Эндер. Зерг, по которому Протос с тираном дает по сюжету. Не знаю. Про зерги, конечно. Офигеть, его они скорят. 2700, 2800 почти. Сейчас было. Да, давайте посмотрим за Энтером. И Варпака переключим на. Не, давайте еще посмотрим за Варпаком. Варпак наш, кстати говоря, новоиспеченный. Кто? Кто мы сказали, он нам новоиспеченный? Андедовец. Андедовец наш, соклановец, тиммейтушка просто, братишка, братан. Поэтому, да. А, давайте я где-нибудь сделаю. Плюм на людей. А, тогда одну квапу вообще не слышу. Ладно. А то у меня немножко начинает это самое. Я уж старый, у меня это глаза тут. Варпак, ты не отвлекайся, а играй карту, пожалуйста. У тебя осталось 9 минут, брат. Походу никто, кроме Энтера, так не делает, как ты говорил, с телепорта ракеты сразу.
Ну да. Только Enter самый опытнейший здесь. Минус 320 всего на старте. А он, наверное... А, у него же брат слушает наш стрим. И рассказывает ему: так, там Вуди сказал, короче, вот так делать, Enter, давай, давай, делай, ты должен выиграть. Конечно же, Enter будет делать. А то, что с ремонтом более-менее разобрались, это очень классно. Я реально переживал, потому что бесконечный ремонт — это такое себе удовольствие. Где-то нам пишет, Кет пишет, и хопа, 39.6 делает, перебивает преда. Еще немножко и перебьет Даунет Лайда. Так. Жесть в укутришниках мотает, конечно. Переаттестацию членов клана, кто не вывозит, того отправляют стараться. Не выйдет, когда капитан вылетит. Неплохо. Красава, Дион. Чур, я первый прохожу переаттестацию, становлюсь капитаном. Дедов. Не, я не против. Я против. Шенген, новый подписчик, добро пожаловать. На ютубе, он сам слушает. Ладно. Ладно. Давайте. Так, остается. За кем мы еще не смотрели? 7 минут, да, давайте посмотрим за тем, с кем мы не смотрели. Допустим, GameRock на одном сервере. И монстрик. Кета, не? Не, давай так, давай Кета. А Кета стоит. Кета стоит. Не, он сейчас пойдет. Смотри, я верю. О, пошел. А, во. Он даже приджампит, лол. Неплохо. Ну так, чуть-чуть. Кто не знает, Кет — это чистый ВК3-шник, это чистокровная ВК3. Как он дергается, жесть. Гимрока почти получается, кстати. Да, немножко тут с углами он промахивается, к сожалению. Тут очень важно сразу быстро выставить путь. Точнее, роут, точнее, угол. Все прибрал. Enter, короче, лайфхак. Смотри, тут нужно проходить всю карту пешком, тогда ты занимаешь первое место, Enter. А еще там есть ультимейт оп в конце. Да, в геймрок не очень получается. Кет 23 минуты в офлайне задрачивал. Тактика Эндера. Да, наверное. Задрачил в офлайне, пришел в онлайн. Ну, кстати, да, это как вариант. Почему нет? Ведь у него здесь пинг 70. И... типа, ему проще в онлайне задрочить быстренько какие-то моменты и уже пойти потом в офлайн. Зачем онлайн? Что я сказал? Короче, да, вы поняли. Так, овчарка сейчас время поставит. Так, да, давайте за псом, кстати, посмотрим, потому что за псом не стреляет. И остается 5 минут. И он перебивает Ваню. Да? Да, перебивает Ваню. Нормально. Да, Ваня, тебя перебили, Ваня. Насколько не скажем, но тебя перебили. Кстати, пес не делает приджан. Очень даже зря. И что интересно... именно с псом у меня на этой карте эквол мирового рекорда. Ну, видно, да, что пес не очень, как бы. Посмотрим за Кианексом. Егор, покупай кепку и броневик. Завуди за новый андет. Кепку и броневик, да. Неплохо. Мне понравилось, я оценил. Так, инмосф скажешь на одном серверов, просто напишешь, когда можно будет next. А я уже подготовился. Всех вас сразу видите, ребят. 36 человек. Чё-то у шторма пока не очень дела, у него плазма какая-то такая себе. Ой, я обнял Enter, я тебя обнял, пока ты стрейфил. Надеюсь, я тебе не сильно помешал. Да, у Кенекса что-то не получается. Ну и давайте последнее время посмотрим за топовыми на данный момент игроками. Это Enter 35.6 и Овчаркин
35.1. Все-таки скажу тайм. Интересно, сможет ли, успеет Энтер ли перебить? Да должен. Там же какой ВР? 33, да? 33.6. А, ну вообще много ДВР. Да, извините, ребята, я буду подзелывать, потому что я сегодня наполняюще комментировал Гримхак. И... это, конечно, будет как отмаз, но мне реально, я немножко устал. Ну, нормально. Что-то у Энтера скорость маленькая после подъема с плазмы. Должна быть больше. Да. Ну-ка, брат Энтера, скажи Энтеру, что он не очень сейчас. 2 минуты остается. Кипиш ушел в спектаторы. Давай, Энтер, старайся, у тебя есть еще время. Приджамп у него не самый оптимальный, там надо немножко, ну, короче, по диагонали начинать через 3-0. А он сразу горизонтально, у него скорость маленькая по итогу. Какой у тебя первый чек от Энтера? Сейчас узнаю. Минус 300. Зачем на трубе писать? Так, Димон, еще один такой вопрос, и... ну, сейчас получше прошел. У кого-то минус модерка. Написал. Ой, ракетки, значит, плохие надо. Ракеты. Ну, Ваня, давай, ты же можешь. Ваня. Да, остается совсем немножко времени. Че, FPS-ом проигрываешь, что ли? Вообще, ты хочешь FPS проигрывать? Нет, я вообще не хочу проигрывать FPS. А вот Enter, видимо, хочет. Да, Enter? Ой, как идеально поставил 72 градуса, смотри, еще будет рек. Ну-ка. Ща будет. 1200, ну, так... вроде больше надо. Ну, да, больше. Да, да. Минус 500 это. А вот хорошая он... ракета. Да, ракета была хорошая, но да. Вот. Нет, может под себяшку на там надо. Да. Давай! Нет, жди Энтера, нос. Ай, не снапится. А, он побил! Нет, чё, ты побил? Да, он побил, 128. Упсал, а у этого сколько? 192. Ой, хорош! Я же говорю, что будет рек. Опытный глаз. Он чисто 72 градуса поставил. Идеально, да, сразу. Именно этот тайм зайдет. Все, найс. Красавчик, Ваня. Не знаю, по-моему... по-моему, овчара не ревнул. Да, Энтер красава. Так, все, нас ждут твою команду. Чтобы лишнего, мало ли, чтобы мало ли еще. Все, это все. И следующая карта у нас Трейф. Сразу скажу, что на этой карте есть интересная среза, про которую я не знаю. Про которую знает Носф. А, все, я вспомнил эту карту. Да, я знаю срезу. Я не смотрел просто ее. И да, карты мы отбирали вместе с Носфом. И давайте начнем за Ивуха, к примеру. И вот за Баммут Лайта. Энтер не успел, если что, на 4 секунды. Так а зачем так ровно? Ты жди потом. Я вот всегда ждал, типа... да в натуре. Там секунд, типа 5-10 я еще ждал, чтобы успели дофинишировать. Ну как-то, не знаю, типа слишком жестко, ровно в 30 прям. Слишком спортивно получается.
Типа, да не-не, нормально же. А если он типа на секунду вот не успел, вот там буквально вот, ну, стоп-тайм, нос уже снял результаты, а вот он, и вот только-только он финишировал. И тебе сделал мировой рек, допустим. Почему Овчаркина не ждем? Я говорю, в целом ждем по секунд 30, типа, пока остальные успеют дофинишировать, пишем стоп-тайм, ждем, пока там кто-то дофиниширует. Не секунд 30, да, ну секунд 20, 15. Я так делал. Вроде, ну, самый такой оптимальный вариант. Кажется. Овчаркин вовремя кружится. Все, Овчаркина не ждем, пусть это самое там. Шторм стоит. Да, ну, многие могут сейчас пойти демку посмотреть, это тоже не запрещено. Срезы, говоришь? Да, где-то тут срезы есть. Но знают ее не только лишь все. Я вообще эту карту не знаю. Ну ты new fuck, потому что. Ну да. А карта очень классная. Но с большим молодец, что про нее освоил. Работяга from с завода. Не забывай стараться лучше. Не забывай, брат. Не забывай, не обижай пузо. Ну, старается лучше, а ты нет. Что за дела? Ну, давайте посмотрим за Very Sorry, к примеру. И за City Habib. Техничная карта, мне нравится. Да, хорошая. Так, и да, я меняю. Меняю у нас здесь эти вот дела. Шенген сабскрайбер, да? Спасибо. Это Ваня, будет. Походу, не подозревает пока про срезу. Да, может быть. А многие еще даже не финишировали. И вообще, по-моему, никто не финишировал. А вот первый финиш... А, нет, не первый, это второй. Первый уже был от Монстрика, либо от Овчаркин. 28 секунд пока что рекорд. Самый лучший. И 1.53 делает GenX. Тут же перебивает его Acid 48.0. Авикрафт финал. Авикрафа, да ладно! Жесть, Авик обыграл Пуллера. Не сложновато ли карта для ОЦ? Да нет, нормально. Чё-то сложного-то. Не в ВК3 же, в ВК3, да, сложновато было. ЦПМ нормально, карта как карта. Чё, как эти-то? Привет, Майзен. И как раз на огонек вторая карта. Мне надо сделать кофе. Что-то пока все думают даже. Как-то. Да, ну не знаю, может быть, да, конечно. Да не, за полчаса сейчас они раздуплятся, мне кажется, все. Ну, только раздупляться еще же надо как-то тайм поставить нормальный. Ну, блин, не знаю, сложновато. Да нормально. Ну, скажи им, что нормально, а то забаним. Да карта не очевидна. Ну понятно, что не очевидно. Ну блин, давайте СТ1 теперь ставить на онлайн-капы. Ну что тоже как это. Тем более это квалификации к дуэльному турниру. Если, ну ладно, ладно. Если ладно. Ты типа, это не просто онлайн-кап. Если ты здесь не можешь типа показать тайм, что ты будешь делать на онлайн-капе, когда там будут очень даже такие карты не слабенькие, я вам скажу. Go-Go City. Да. Майзен, это же тот же самый Майзен, который МСН, да? С дефрага, правильно? Ну, вроде. Нет, ты не понял данный плать. Ну-ка, покажи мне себя, давай я за тобой посмотрю. Ну, понятно, что непонятно, типа, да. Вот я, да, я про это говорю. Типа, не должно быть очевидных карт. Варпак, кстати, нашел, кажется, срез, давайте посмотрим за ним. Да, все. Понял. Очень приятно, Майзен. Добрый вечер. Добро пожаловать. И stay tuned, как говорится. City, if you can hear me, just go try harder. Try your best. You can do it, man. I believe in you, man. Ну, давайте посмотрим за варпаком.
больше внимания мы сейчас уделим. 5 минут уже прошло, люди потихоньку финишируют, и это очень приятно. И что за срезу нашел Варпач? Давайте посмотрим. Варпукич. А ты, Москаль, уже нашел срезу? Не, вообще не представляю. Сейчас смотрю. Сложно искать срезу, когда ты не играешь. Ну, в смысле сложно сказать, когда ты не играешь? Ну, это какие-то детские отмазы. Воу, что? Че, серьезно, что ли? Че? Нихера, нормально. А, варпак? А я просмотрел. Я отвлекался на это самое. И что, это возможно? Я просмотрел, говорю. Ты мне спрашиваешь, что это возможно? Да и не это. Риторический вопрос. Ну, хз, что, даже не знаю. Пипец. Ну и карты, ребят. Не знаю, сложно. А вон Торнер вроде что-то пытается. А, да ладно, лол. Офигеть. Ну, по-моему, в теории это возможно, но... Это очень сложно сделать. Но Энтер пока вроде не догадывается. Я за ним послежу, пожалуй. Да, но Энтеру и не надо. Типа ты можешь потратить больше времени. Там с приседом надо залетать. Энтер может потратить больше времени именно на эту срезу, чем на чистое прохождение. Давайте посмотрим за пузом. И на другом окне посмотрим за Кетом. Кет наверняка эту карту знает и играл ее уже в ЭКУ-3. В любом случае, ну, я считаю, мне так кажется. А в ВК-3 есть какие-то приколы? Или все ровно? Ну, тут есть некоторые такие мини-срезы, по-моему, но... Я так прямо не скажу. Так, ну чё, пуз сделаешь срезу? Ну чё, пуз? Сам пуз. Привет, варежка, привет, бомс. 89-89-89. Привет, дукач, Декс Ван. Если это Декс, привет. Если это не Декс, тоже привет. Холи Дримс, добро пожаловать. Кет тоже тут нас слушает. Кет, йоу, сия, мэн, сия, баратум, сия. Торнер тоже здесь, леший. Майзен, мягкий пуз, нос. Миссия Альмерия, добрый вечер. Почему вы не смотрели DreamHack Winter, который мы комментировали? Ты могла выиграть 3 реликвария, 2 400 платины, либо 5000 платины. Тут, наверное, надо... Понял. Ну, это ничего страшного, все мы можем постараться лучше. Кого... Я говорю, тут, наверное, надо делать, знаешь как? Надо прыгать первый прыжок, который даблджамп, зацепляться за поверхность. Разворачиваться и прыгать второй раз. То есть рампингом зацепляться и вот таким образом, ну, так проще будет, мне кажется. Да, может быть. Но все равно там очень, блин, такой момент. Ну, давайте посмотрим теперь за миной и за овчарки. В смысле шутишь? Я серьезно говорю. Типа, ну, мы комментили же на Open League эту DreamHack. Ты не смотрела? Или ты не следишь, типа? Я просто спрашиваю. Из этих всяких. Ну, уже более-менее все прошли. Сити Хабиб, вот единственный не прошел. Кет, Шторм, Мальтер Кет и Варпак. А на другом сервере не прошли у нас Москаль. А, и выгоним, наверное, его из клана. Вообще ничего не проходит. Барин, Ивух и Биттер Сид, он же Эйсид, только что проходит эту карту. Все отлично, в принципе, пока что складывается. И давайте посмотрим. Ну, пока лидирует у нас кто? Овчаркин, да ведь? Да, вполне может быть.
Мне кажется, все на срезу забили. Да-да, то есть тут так, такое дело, что больше потратишь времени именно на срезу, чем на чистое прохождение, поэтому смысла особого лично я не вижу в этом. Типа, я бы, может быть, попробовал, потрохардил. Не знаю, тут, так ты можешь посмотреть, Москве. Есть такая возможность? Да? Может, есть у тебя такая? Есть возможность, конечно, сейчас посмотрю. Давай посмотрим, ну-ка. Тут, кстати, можно даблджап, по-моему, от бочек еще делать. Я выиграла... Чектор Демон 8. Что это? Что это такое? Где ты его выиграл? Восьмиструк? Серьезно? А тебе она очень нужна? Привезешь мне? Пожалуйста. 21.8 СПМ. Ну... А другие таймы? Ну, типа по таймам там видно, что кто-то юзал? Ну, 22.0, 22.9, 24, 25. Ну, вроде срез, да. Ну, да, может быть. Ну, на такой прямой карте такие разрывы это... намекает. 19.7 CPM, говорит Нос. На этой карте есть еще одна среза, говорит Кабал. Кабал — это имбер, кстати. Задоначу через... 19.7? Гитарой задоначу. Ладно, я понял. В плане, наверное, 19.7-то. Это у Носфа, наверное, в CPM. 19. А, типа, ну, Нос великий человек. Ну, Текион вроде. Да, может быть. Да, это в офлайне, скорее всего, если Текион туда. 19.5. Бентли красную, угнанную тоже подарю. Нет, угнанную не надо. Угнанную оставь себе, брат. Брат, братан, братишка. Да, ну что, в целом, более-менее неплохо. Люди идут. 12 минут. 12 и минут уже прошло. Давайте поменяем наш view. Смотрим, допустим, за кипишем. За квадричником каким-нибудь посмотри. Да, вот. Как забавно смотреть, как они тележамп пытаются сделать. Давай, я посмотрю за имхом и тогда за кетом. Не, за кетом смотри, давайте за монстриком. Ну типа, блин, вы, ребят, жопотные, как так-то? Жопотные. Вы же жопотные. Жопотные. Да, а я пойду тогда налью себе быстренько кофе. Давай. Да, развлекай людей, да. Ты кофку чил-то. Монстрика и Ивуха. Выкатришников. Я за Ивухом смотрю сейчас. Ну типа, блин, вы же играете, я не знаю, хотя бы иногда в разные физики, ну как так-то? В чем проблема-то ваша? Просто дёргать мышь в нужную сторону и все. Вот тебе слик. Эх, Никита, Никита. А, что там у монстрика-то? Ну, монстрик более-менее так тележамбит нормально. Хотя такие дерганые все, пипец. Да-да. Ну что, Москва? Я говорю, в кутричнике такие дерганые все. Ну и не на своей территории, нервничают, наверное. 14 минут очень уже прошло, половина раунда прошло. На ютубе жизнь стоит. А Лол что? Никита заворачивает через В? Он не умеет АД делать? Да, жаль Антона Кулеровича. Смотри за Ивухом. Я смотрю. Он еще какую-то срезу классную юзает. Которую не заюзает, наверное, никогда. Почему не заворачиваешь за АД? Нормально вообще. Он еще карту не прошел, кстати. И барин тоже. А, ну посмотрим. Авик против Рафа. Там интересно, кто выиграет на самом деле. Может быть, даже выиграет... Авик. Почему Кианекс умеет через АД играть, а Ивух нет? Не знаю, потому что Кианекс лучше Ивуха. Хм. 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 Не, реально, я ничего нету. Не понимаю. Так, и Кет до сих пор с Москалем не прошли карту, как и Варпак. Привет, Лазарь. А кто на втором месте? На втором месте Пус. 28.4, я как угадал, лол.
В смысле? Там же еще и Овчаркин. Тихо. А. Ок. Пуст на втором месте, брат. Леший. Леший, леший. Ты не прочь. Уходи задом и передом в ночь. Неплохо. Стихи а-ля Зерк. Вау, паритийский. Паритийский. Welcome. Сейчас будет уведомление. Я просто. Я не буду ждать. Все равно еще расскажу, когда будет уведомление. Стример совершил харассмент. Обидно. В смысле, харассмент. Welcome. Пус, трофит, трофит, пус. Давай, пус. Давайте сменим монстрика на, допустим, на Кета. Нет, давайте на Варпака посмотрим его жалкие попытки пройти эту карту. Почему жалкие? Не знаю, почему он до сих пор не прошел 16 минут уже. Обидно. И за Гимроком тоже будем смотреть. Все неплохо, все нормально. Лал Паритийский. С 10 августа наблюдается на Твиче 18 года. Скорее всего, это новый зарегистрированный аккаунт, хотя это не точно. Половеров 0 ретранслируется. Крауфиш 3 шестерки. Кадров дропается. Играет который в Лару Крофт. Играть уже некомфортно. Интересно. Это просто шум. Ладно, выключись. Иш. Ну что, Ниса? И музыка. Так, варпак. Так. Тиджамп срал, ничего. Ничего, сейчас все будет, смотри. Привет, хулиган. И чё, и куда? Он кнопку не знает, то, что там кнопка у него есть. Я сегодня участвую. Да, я вижу. Видишь, все карту прошли, значит, Паша не участвует. Ну, ты можешь зато наблюдать, уважаемый хулиганчик. Это кнопка, варпак, это кнопка вот эта, да. Так и чё, это же медленно все равно. Какая разница? Ну, типа, пусть хотя бы пройдет. Она не дает опуститься, ну, и это. А еще мне можно стрелять, варпак, в случае чего. Ладно, ну мы все равно, мы же не изверги, мы помогаем своим ребятам. Я уже начинаю заговариваться, это очень плохо, потому что Москаль мне не помогает. И Геймрок финиширует 36.2, перебивает. Чё? Не перебивает, точнее просто оставляет свой 35.7, лучше считает, все очень даже неплохо. Кто-то пишет в чат прямо, бомбит, там у него жопа горит. Ебой, говорит, с Каэлем 32.8 ставит, еще немножко ему доминовый, всего полторы секунды. Полегче именем, полегче. Всего полторы секунды ему остается, давайте посмотрим за энтером. Энтер наверняка нарыл какие-нибудь читы уже спустя 19 минут, но это не точно. И можно даже включить Торнера, почему бы и нет, мы с Торнером очень хорошо общаемся, нет. И он наш самый любимый соклан, нет. Потому что он... Не, за Варпаком будет смотреть. Может, он финишит. Да он Варпак допрыгнул, что? Что? Он, короче, попытался сделать срезы, видимо, по приколу с первого раза залетел. Нормально. У Энтера, кстати, все тут достаточно неплохо выглядит, и он немножко теряется, конечно, на стрейфе. Стрейф это явно не его стихия. И врезается он, что-то все лысый, брат. Как дела-то у тебя, Паш, рассказывай. Надеюсь, все у тебя хорошо. Надеюсь, на работе тоже все хорошо. Приятного просмотра тебе. Остается целых 10 минут. За эти 10 минут можно успеть еще сделать кофе, чем я и займусь. И найти правильный роу, да, пус? Я, конечно, не видел, но, по-моему, ты теряешь там. Плюс прыжок делаешь во второй комнате. Нет, в третьей. До лестницы. Не-не, я не прострезу. Ну прыгай, прыгай, что ты встал-то?
Ну чё там, варпак финишировал, не? О, финишировал. Ау-ау-ау. Так, энтер. Энтер делает срезу! Это жесткая среза! Энтер такую срезу делал, вообще жесть. Чё-чё-чё, ну-ка. Смотри. Тут ещё! Да, да ладно, что тут нравится? Это, по идее, вообще изи срезы, но... Энтер, из-за того, что он не стрейфер, брат Энтера, передай Энтеру, что он не стрейфер. Из-за этого мы да его... Не изи. Да изи там. Же, ну, типа, делаешь нормальный выпрыг просто, и все. Не? Конечно. Давайте посмотрим за... Варисори, допустим. И последние 5 минуточек вернемся к Энтеру, посмотреть, как у него успех с этой срезы, и на другом сервере будем смотреть за Шторм. Ну-ка. А, почти. Ну там плотненько достаточно, там надо прям в самый краешек. Ну да. Ну блин. Ну, в Варисори не очень хорошо получается, но... Это ничего. Это ничего. И сколько это дает? Секунды 3, наверное, я не знаю сколько там. Ну да, прям может быть. Ну вот, если сделать, то видим. Дир Дринкер, добрый вечер. Логик. Сейчас я всех посмотрю. Холи Дримс, еще раз здравствуйте. С хорошим человеком можно и дважды. Шторм также у нас здесь присутствует. Добрый вечер. Миса Альмера. Отмечал я вас уже сегодня, так что второй раз приветствовать не буду. Хотя вы хороший человек, поэтому здравствуйте. Зачем Ваня огибает и делает даблджамп на этой перерыве? Можем, там же лампочка, можно через нее сделать. Как-то он это... Ух, почти. Но остается 8 минут. Почти 7 даже уже. Да, уже меньше. Ну, кажется, что он сделает прям. Прям я чувствую, что сделает. Близко. Да должен. По идее, это не такая сложная среза, просто нужны чуть больше экспериенционные скиллзы, так скажем. По части стрейфа. И варпак пока что-то никак не осилит карту нормально. Да. Ну, пуск, кстати говоря, держится очень даже неплохо. Большой молодец, я могу его похвалить, но нужно выходить из 28. Пус, тебе кровь из носу, надо выйти из 28. Ты слышишь меня, пус? Пус, пожалуйста, выйди из 28, я тебя умоляю, пус. Пожалуйста. У тебя меньше 7 минут, пус. 23:37 был только что сервер тайм, на одном из серверов, пус. Пус, как слышно, пус. Пус. Пус, пш, прием, пш. Пус на финише, аниме телочки, прием, пш, как слышно. Да, ну Шторм, кстати, очень даже неплохо двигается, 26.8 у него. 26.1 у Овчаркина. Пус, уводи, ребята, из 28, это другая война. Допрыгнет Ваня, да, допрыгнул, он допрыгнул, есть! 24.2, да, все, это определенно. Победа, остается 5 минут, практически, давайте я последние 5 минут ставлю за энтером. Напишу, что остается 5 минут. И будем смотреть за Чаркиным на другой стороне. Ну там же реально можно без этого обгибания перила сделать. Просто напрямик ее на лампочку, там же долетает. Зачем тратить время на это? Я не знаю, сейчас посмотрю. Можешь лучше прострефить гораздо, чем он. Ну... Вот на перилу... А, ну сейчас только он перелетел. Типа нет, в данной ситуации старт не так важен, по сути, потому что... Тут все как бы склоняется именно к срезе. Поэтому не так важно. Паша, ты тут? Привет, молочка. Ну, все равно важно там, блин, это же дифраг, все важно. Молочка, если ты немножечко разуешь глаза, то сможешь сам себе ответить на вопрос, какая карта, брат. Поищи информацию, все на экране есть, брат. Брат, молочка, давай. Молочный брат. Нет. Ай, почти. Там близко жесть. Прям
юниты. Да, не, Ноэндер, безусловно, молодец, нашел такую срезу, а возможно он его спалил на ютубе, конечно. Либо брат у него. О, смотри, какой тандем! Смотри, это за какой. Это же гениальный план. Типа, у тебя сидит рядом человек, ты пока что тратишь свои роуты, свои попытки, а параллельно твой друг, знакомый, брат, родственник, бабушка, дедушка смотрит на ютубе, пытаются найти демку, пытаются найти какую-либо информацию по быстрейшему, предельно быстрому прохождению этой карты. И получается так, что Enter вообще не теряет времени на просмотр, осваивает пока что карту, а другой человек ему говорит: слушай, там вот это место будет, смотри, смотри, надо вот так вот ровно. Ну это... Ой, Ваня сделал лампочку наконец-то. Да. Ваня потом сделал лампочку. Ваня настоящий электрик. И не перетает. Нет. Это допинг. Вуди, как лучше сделать? Вчера бухал, дома бардак небольшой. Как лучше? Кофе и не спать еще 3-4, соответственно, убраться. Или сбить на все и убраться, я думаю, это лицо, да? Смотря как ты себя чувствуешь, если чувствуешь себя более-менее приемлемо, я бы убрался сейчас. А пуст продолжает идти широко зачем-то, не делая даблджамп через пропасть. Сейчас молочку забаним. Да, и лечь спать. Убраться и лечь спать. Но кофе не пить. Пуст нормальный ТЖ делай, перепрыгивай пропасть. С приседом. Но чё ты делаешь? Тогда лечь. Почему? Что? Ладно, дадут пуст в чате. Ну как хочешь. Чё там? Да пуст за 3-0 не шарит. А, Over something. Что? Ну хули дрим, все тогда, отстань. Сам не знаешь, ко мне не приставай. Чего вы там делаете? У нас онлайн-кап идет вообще, между прочим. Да. Тут Ваня всех нагибает. Будем смотреть за штормом, потому что Овчаркин, видимо... Ну хули дрим, что-то не надо, ну не окей. Ну типа я тебе говорю, лучше спать тогда, ты говоришь нет. Ну и все так. Так, а как там у Варпака дела? У Варпака это 34.8. Ну, последнее время осталось уже. Последние минуточки. Две минутки. Молоко. Блин, если он не придет карта нормально, будет херово. Может, тоже не его формат. Ну да. Как и мой. Да, может быть. Ну хотя раньше он вроде ничего так на онлайн кап выступал. Не знаю. Не забывай, может, карта не очень. А, да. Запили таймер. Таймер написан на... На этом самом. В каждом окне дефрага. Я могу сейчас... Думаешь, он не видит? Он же мелко там. Ну, видит, наверное. Я вижу в ОБС. Так, остается одна минута. Эх, Варпак, Варпак, жалко. Ну ладно. Ничего. Да не, я могу сейчас сделать таймер, но там у меня по 20 минут стоит, не помню почему. И там надо перенастраивать. Лотто, добрый вечер, да. У нас, как видишь, комментирование все продолжается и продолжается. Там надо так, у меня осталось ровно одна минута, чтобы посмотреть, как покутричник делает тележамп. Ну-ка, кто ну-ка, тут ну-ка, под руку? Не, я буду продолжать смотреть за Этером. А Этер, кстати, перелетел, сделал 24-5. Да, нужно его. Папа топ срезал. Так было вроде так же, нет? Ну да. Сколько, ну, сколько было? Нет, он себя не перевел, 24-2 у него, но... Он старается, он делает срезу, все у него хорошо. Шторм тоже старается, Шторм потеет. Так, что у нас в Овчаркин? Овчаркин стоит. Ну и хер бы с ним. Собственно, пусть знаешь, стоит. Пока ты не сказал таймере в дефраге, я не замечал. Не имею такие карты слишком узко. Да, может быть. Да. Че там? Кто написал? Все. Стоп тайм, да, спасибо, нос. Скоростной парень. Пус СДЦ 0-1 помощь. Да, СДЦ 0-1, примерно такая же похожая карта. И следующая карта. Рокет Ранчик. Ой, это не ко мне. Который мне очень нравится. Точнее, понравился, пока я его тестил. Примерно так это должно выглядеть. Так, а я на лоту подписывался же, да, вроде? Ты там ботаешь? Да.
Че, написал next? Некогда. О, homecoming. Да, ты ее знаешь? Ты же на стриме показывал. Или нет, это не ты? Нет, я ее не показывал. А, видимо, я просто видел. Ладно. Да, я подписан. И по традиции давай за Ваней смотреть опять. Читов в КВ. Как же тут комфортно на этом стриме. Почему, Лазарь? Почему такая информация вдруг поступила к нам? И спасибо, естественно, очень приятно. Ну и да, давайте начнем смотреть, допустим, за Ивухом. Клейпал убивается. Долго можно смотреть на три вещи. Огонь, воды и дефраг. Да, может быть. Здесь давайте начнем смотреть за Рторнером, почему бы и нет. И... Чё-то карта темная какая-то. Там на стриме нормально видно? Да, на стриме нормально. Да. У меня всегда все нормально, все схвачено. Yeah. Так. Неплохо. Клип. Что клип, молочка? Клип. Почему победители не показывают? Победители показываются вот тут. И, кстати, пока еще никто не финишировал. Да, ну вот уже первый финиш от Ивуха, кстати, 1.13 он делает. Да, все, в принципе, неплохо. Торнер парень скоростной. Да, там называют. Тыкни по-братски, скоростной парень. Пожалуйста. Не будь ЦП. Спасибо, там называют, спасибо, люблю тебя. Чё это? Ивух написал. Я только хотел сказать, что за чувак это вакутришный такие, он меня опередил. О боже. Ну, он вакутришник, ему, думаю, прощено. Ну ладно. Вообще, конечно, желательно играть в обе физики. Уметь играть в обе физики. Да, да. Как бы на среднем уровне. Как я. Хотя бы. Ну, у тебя более-менее вакутри такое пойдет. А у тебя? Он тоже пойдет. Ну да, да. У меня стрейфс вакутри. Пусть говорит жесть. Да, я эту карту хочу, кстати, попробовать сделать рек в онлайне. Она мне что-то понравилась, более-менее. Можно, в принципе, вроде как на ней что-то попробовать показать. Грена для лохов здесь. Но она мешается, нет? Геймплей вроде нет. Ну, нет. Не, она мешается в том смысле, что там надо, по идее, по этой с ней стрелять, но... Не критично. Да, в общем, давайте немножко переключим. Посмотрим за кетом. Он же кидает гранату в эту стену. Бедный кет. Бедный кет. Ну и вот так вот посмотрим. А по таймеру? Что по таймеру? Давайте, если я сейчас смогу быстренько его разэтовать, как говорится. На следующую карту подрублю. Ваня тут читы ищет. И читов нету, потому что карта от западло, кстати говоря. Блин. Поэтому читы искать бесполезно. Ну, Ваня бодро начинает, уже как будто играл карту. Да, он, скорее всего, ее играл. Потому что карта-то старая и очень даже известная. Не, я не найду, где тут тайм. Я не очень шарю в скриптах Явы. Ну, вполне, кстати, неплохая карта, динамичная. Вроде даже нигде ничего не торчит особо. Ну, прям вот откровенного. Ну да, западло в целом постарался. Сделал. Первый раз в жизни. Сделал хорошую карту, да, нам. Все, что он на ДФТ не старается. А вот фиг знает. Я последний, привет.
Чё там, как варпак-то дела? Я чуть-чуть переживаю за него. Варпак. Лид от шторма 49.3. Да, на самом деле уже у Питтсбурга там в общак на 15.5. Неплохо пролетел. Мамка эффекта одобряет мамку, да. А твоя мамка, Скайлер. У меня, кстати, новый стул, заметил, не скрипит ничего. Нет, не заметил. Новый жидкий стул. Поэтому не скрипит. Шутки за 900. Так, ну у Пуза, кстати, все достаточно тут неплохо. Говорит, у мамы за подлон нас. Понял. У Пуза тут очень даже неплохо все получается. 45.1. Но 19.5 там уже овчаркина, все очень динамично тут. Че, давай, хватит за том сома смотреть перед FPS-ами. Давай на варпак переключайся. Я только на пса переключился. Давайте хотя бы роут на него посмотрим. Ну ладно. Я потом застилю его и сделаю реп. Ой, там какие-то ящики еще мешаются. Ну, это типичный маппинг от западло. Когда что-то должно мешаться на его карте. Да, Дима. Да, ну да. Постенно какая-то херня еще. Давайте посмотрим за варпаком. Все-таки шторм ушел в спеки. Шарлонта тоже ушел. Ну и у Кузика тут все достаточно неплохо. 27.9, 24.9 делает Enter. На 3 секунды перегоняет Куза. На 22 только что перебивает. Большой молодец. Странно, почему варпак не использует ближнюю стену, которая напротив старта. Видимо, ну хз. Блин, как забавно, они стрим смотрят. Ой. В смысле? Ну, ты говоришь, не реагирует. А, да? Ну да. Смотри, варпак нуб. Че ты его обзываешь? Ну, просто чтоб реагировал. Итак, время ограниченное, игроки нервничают, ты еще их давишь. Ну да, 10 минут почти прошло. Смотри, смотри, остановился. Дошла информация. Ой, бинды мои подъехали. Сам нуб-то, да, он написал. Да. Ну это не... Как мои твои? Это мои, да. Да. Мне чужих биндов не нужно. Но я их оставил нормально. А ну, стример, покажи ров. Я бы показал. Но... Стримеру нельзя играть. Да, стримеру нельзя играть. А то сразу бунт везде, вот это все. Лунтик пытается понять, куда же ему проследовать, чтобы пройти карту. Поэтому давайте, пока он пытается понять, посмотрим за Миновой. Почему нет? Почему бы тут нет? Я про него забыл совсем. Не, Минова вообще красавчик. Он поменял работу, по-моему. У него теперь все хорошо. Гимрок финиширует за минуту 29. Что тоже очень хороший показатель для него. И обратимся к чату. Пишите что-нибудь. Можем с вами пообщаться. Сплинфилд, привет. Миновый решил поплавать. Тут, походу, в принципе, карта прямая. Ну да. Ну типа, нет, в смысле прямая. Ну тут в плане только надо как-то по дуге взлетать наверх, постоянно там от стены стреливаться, а в целом-то... Ну рокетран как рокетран. Ну да, ну типа да. Enter. Да, привет, Буснук. Я просто не люблю рокетран, не скучно пить. Дримхак. Тут рокетмешку шмаляешь во все. Я брат Овчаркина. Серьезно? Уди, кто сильнее, ты или Enter? Кабал, удалился.
сильнее наша братская дружба с ним, Лазарь. И спровоцируешь ты меня на хвастовство. Интересно, Варпак знает про срезу тут? Которую делает другой некоторый человек на другом сервере. Интересно, Варпак подозревает об этом? Серьезно? Сейчас опять становится. Да. МЖ, Егор хвостатый не хвастается. Да, не хвастается. Привет, Вортекс. Так, кап крутой, будет еще круче 22 декабря, поэтому приходи. Как у нас там по местам-то сейчас? Уже прошло 2 раунда. Сколько комнат в ремонте закончил? А у пса типа ремонт или что? Что ты сказал, извини, я так сейчас? Я говорю, 2 раунда прошло, кто там лидирует у нас? Enter с овчарки. Да, я сейчас могу посмотреть. 2 раунда. Лидеры у нас. Овчаркин и Enter с одинаковым количеством очков, кстати говоря. Дальше идет Торнер и Пуз. Так что Пуз пока что отквалифицированный. Я думаю, что ему здесь нужно очень-очень запотеть. Он мне даже пивка не купил. Да пес твой, брат. Как бы во всех смыслах. Ты уж извини, если что. Есть идея сделать мапу для ВКР. Что такое ВКР? Как могу брать выстрелы? Да, давайте переключим. Я, пожалуй, за Энтером посмотрю. Да, я буду смотреть за... тоже за Энтером. Сколько сделать... так, сколько по времени делается хорошая проработанная карта секунд на 40? На 40? Фурлка ремонт. Секунд на 40 проработанная карта с хорошим дизайном, наверное... полгода. Че? Ну за недельку, типа, если прямо сидеть делать, то за недельку можно. Да ты чё, есть нормальный дизайн, ты чё там, нормально так? Да нормально. Вначале делаешь геймплей, а потом дизайнишь. За... на 40 секунд. За недельку, да, за 40 секунд. Типа геймплей накидать, просто накидать нормальный геймплей можно за час. Если ты более-менее опытный мапер. Понятно, если у тебя опыта нету, то ты будешь делать... не знаю. Да ты охуел. Да ты охуел. Ты чей охуел? Да ты охуел. Да ты охуел. Да ты охуел. Спасибо. Да тут понятно, что будет топ. И да сам охуел. Охуел. Спасибо, Варпак. Ой, фу, спасибо, Скайлин, очень приятно. Спасибо за поддержку. Давайте посмотрим за данным лайтом. В общем, да, если ты более-менее опытный маппер, то за часик ты накидываешь геймплей, а все остальное время ты тупо дизайнишь карту, пытаешься проработать дизайн, пытаешься сделать все красиво, добавляешь всякие лампочки, освещение. Ой, Ваня врезался на финише. Блин, обидно сейчас было. Сейчас был рек. Сколько там у этого-то овчаркина-то? Не знаю, а как? 17. Кстати, сколько, кстати говоря, мировой рекорд на эту карту? Я посмотрю. Три около Киди, наверное. Ща. Давай, Enter. Enter, кстати, выключил автосвич. Да, у Киди. Да, надо тогда его тем более перебить. Да, ну и что у нас тут? 3-й раунд, 15 минут уже прошло. Целая половина раунда уже откатилась. Да
Да, это пока нормально прошло, только два человека. Вот так надо идти за ними гублить. Да, Матей может заточить, да-да-да. Я тоже болею за Авика, так что буду с ним давай удачи. Приятного просмотра тебе там. Варпак пока думает, как ракеты применить грамотно. Как стрелять, как там М2 или М1, или там на пробел можно стрелять, да? По-моему, взяли вообще. На Enter. На Enter стрелять. Нажимаешь на Enter, приезжаешь в Москву, во-первых. Нажимаешь на Enter. И стреляешь. Все легко и просто. Так, давайте посмотрим за штормом. По-прежнему на одном из серверов лидирует Овчаркин, 17 секунд у него, и на другом у нас, естественно, Enter с 18. Но это не совсем формат Enter, такие Rocket Run'ы, поэтому здесь, по идее, должен выигрывать Овчарка. 18.1 делает. Но есть небольшое проседание, как я могу видеть. Глаз у меня в плане Rocket Run'ы достаточно набит. У Enter проседание именно где он обитает большую рампу, там нужно что-то придумывать, там нужно что-то делать. Вот здесь вот на этот, нет, не здесь, а на другом моменте. Че, поможем варпак-то, не? Он как-то вначале все трется. Bind mouse 1 плюс атак. Варпак, патч. Вперед. Ты же, когда стреляешь в рампу после дебл-джампа, ты же вылетаешь и не успеваешь отстрелиться. Стреляй, короче, вначале делай дебл-джамп, а потом стреляй в рампу, которая на толке. Так же проще. Зачем ты вылетаешь и потом что-то непонятное делаешь? Действительно. Ой, блин. Уже реально 15 минут прошло, ничего-то пока... Да, ну Байрин до сих пор не прошел, Минова до сих пор не прошел, и Скайрин до сих пор не прошел. Также до сих пор не прошел Маскаль и Авенгер. Ты пристал ко мне. Авенгер со Шалон Танк. Шалон Танк, кстати, это француз, если кто не знал. Кет, это венгер, это Шторм, это швед. Ну, у него флаг Швеция стоит. Может, он и в Швеции, кто его знает. Там Нетлайт играет в Финляндии. Монстрик из корпорации монстров. Enter из Москвы, тут все очевидно. Скайлин с Украины. Лунтик с Украины, по-моему. Гимрок с 9-го облачка. Откуда? Че? Откуда? Нет, Вузи. Нет, нет, не с Украины. Лунтик, не подслушивай вообще, играй давай игру. Ты ставь рек нормальный, а? Играй игру, как этот пристал ко мне. Нет, не с Украины. Надо будет, с Украины станешь, понятно? Интересно, варпак знает про рампу на финише? Не знаю. Ну, никто же не запрещает пойти и поспекать, допустим, Овчаркина. И подсмотреть какую-либо часть роута, к примеру. Таким... Ну, спект это такое. Ну, типа, нет, почему? Таким мувом можно пользоваться, таким мувом это не запрещено, это более того поощряется, потому что если у тебя плохо, допустим, отточен навык поиска роутов, то ты можешь просто его украсть, как это делает обычно сам Овчаркин, и сделать свой тайм. Почему бы и нет? Сначала овчарка крадет, потом у овчарки крадут. Неплохо. Хе-хе, дам Нетлайт. 24-6 сделал. Ну чё, сучечки, блядь? Чё на скре? Скоростной парень. Как ты сильно оторвались, Enter, с этим псом от всех. Ну вот это сразу топ-уровень прослеживается на этой карте. Мне кажется, большинство не знает про рампу на финише и пытается залететь так. Либо 2х сделать, я не знаю. Да, может быть. Вполне вероятно.
Так, кто там следит за игрой? Можете рассказать? Какие там результаты? Какие карты по картам? Стрим лагает. Да прям лагает. Сейчас посмотрим. По-моему, нет. Прям лагает. Парпак, ну давай, 10 минут осталось, кстати говоря. Ну, может быть, немножко подлагивает одно окно. Парпак, ну давай. Ну, скорее всего, сам деф там лагал. Кто следит за дримхаком, расскажите, пожалуйста, какая там карта по счету и это все. И остается, кстати говоря, 10 минут. Совсем немного времени у игроков, особенно у Энтера с овчаркин. Энтеру нужно обязательно его перебивать. Ну и, кстати, зачем? Еще четвертая карта есть. Еще даже четвертая, пятая карта. Карта-то есть, но тут больше вопрос квалификации пуза. А как получается, если у нас получается два первых места занято, они не исключаются из зачета, ну, мы квалификацию считаем, или как? Спасибо, Шейн. Не, ну смотри, вот сейчас, допустим, Enter уже откалибровался, он идет вне зачета, вместо него ставится тот, кто будет после него. И весь список типа задвигается наверх. А пес откалибровался? Ну, пес он как бы в Африке пес. Получается, изи для пуза. Получается, вообще конкурентов у него нету. Ну да, пуз вообще красава. Ты же не участвуешь. А как так-то? Почему никто карту не может финишировать? Нормально. В чем проблема-то? Не знаю, вот Sky Island сказал, что не хочу. Не буду. Поэтому посмотрим за Ивухом. Хватит смотреть за Эндером. И последние 5 минут. Опять же, вернемся к топ игрокам. Здесь посмотрим за предом. За предом тоже мы не смотрели. Че с Торнером? Быть может, надо меньше играть в лол. Как считаешь? Абсолютно согласен. Он хоть про рампу на финише знает, интересно? Вот реально такое впечатление, что большинство не знает про эту рампу и взят через лево. Да, может быть, но это вот основной косяк. Это что люди вначале не изучают карту. И уже они стараются бегом-бегом сделать рекорд. Но это не очень правильное решение, потому что они упускают какие-то очевидные такие важные моменты. Интересно, роут у овчаркина, он пытается вылететь, где последняя рампа, не задев ее. Хм. А, нет, все-таки задевает. Вообще, в теории, возможно, у тебя получается... А, ну там, если по дуге вылететь, ну это жестко как-то. Ну не знаю, знаешь, я буду играть, да, я буду играть ее. Ну завтра, наверное, и посмотрим. Там, в принципе, дырка-то большая, можно пролететь. Да, ну неплохо, неплохо. Так. Работяга фронт-завод. Фронт-завода. Пуз. Нет, пуз. Нет, у пуза все в порядке, работяга. Все хорошо у пуза. Не волнуйся. О, шторм сделал 19. Неплохо для него. Он больше стрейпер же. Пушки вообще не играет почти. Ну, кстати, шторм, когда мы же вместе с ним обучались, так сказать, Rocket Boost'ам. И шторм быстрее меня начал их осваивать. Давайте посмотрим.
Поэтому, нет, Шторм не чистый прям стрейфер. У него все равно есть вот этот порох в похеровницах. Ну, понятное дело, но сейчас он играет в экстрейф. Ну, как я замечаю. 15-9 сделал Овчаркин и ушел в спектатора. Большой мало. Нет. 5 минут остается. Пивка даже брату купить не может. Вот ты пес. Ну чего, Энтру, есть шанс перебить-то, нет? Да есть. Энтру надо выполнить. Финиш нормально. Наверное. Не знаю, не смотрел, сейчас посмотрю. Ну здесь медленно. Ну вот я не знаю, на старте как лучше сделать. Типа подниматься без ракеты, потом чисто в рампу стрелять. Или все-таки стрелиться? С ракеты он долго поднимается, надо быстрее. Там от рампы, потом от верхней отлетаешь и делаешь ржать его в стену. Но у него виш роуд такой, у него уже все РЖ поставлены. Ему сейчас тяжело будет его перестраивать. По идее. И все равно медленно. 16-6. А сколько рекорд-то, напомню? 15 и сколько? 15-3. Ну, неплохо. Блин, когда я уже поучаствовал? Ты еще стрим будешь сегодня закончиться? Все. Нет, не буду, малыш. Я уже сегодня. Ну ты же выиграешь, неинтересно с тобой играть. Ну, в смысле выиграю? Я хочу поучаствовать, типа, когда тебе полчаса на карту, и ты такой пытаешься что-то там. Это же очень круто. Дай людям шанс. Или можно тебя, короче, вне этой квалификации. Вне зачета. Ага. А кто комментировать, кто стримить будет это все? Ты будешь как брейкер на сликовом онлайн, когда может быть. Ну типа, блин, я тоже хочу. Я тоже хочу поиграть. Ну хочу играть, тоже. Тоже буду играть, это мои машинки. Зергу предложи постримить, а ты поиграй. О боже. Не, я, пожалуй, буду всегда хотеть лучше поиграть, чем отдам Зергу вот эту. Я представляю. Интересно, роут у Шторма в начале. С таким мини-бустом. Видел? Сейчас посмотрим. А, да, кстати. Прикольно. Не знаю, есть ли смысл. Смысл есть всегда, маска. Смысл искать девушку с дефракт. Вот именно. Я ей не парюсь. Да, ну что, остается 2 минуты всего до следующей карты. И мы уже более-менее будем знать, кто одержит победу. Но на этой карте борьбы как такого не получилось. Как пес и взял первое место в начале, ну, в начале карты, так и держит его. Не знаю. Нос там параллельно. То самое. Варпок, видимо, надоело играть. Ну ладно. Жалко, конечно. Шансы были. Да, одна минута у нас, кстати, две остается. Ну, Димон, ты можешь посмотреть сам, что там параллельно происходит. Так, минута. Самое время посмотреть за Энтером. Откуда у Эсида Питерман? Ты ему дал? Нет, я никому не давал. Так. Назрел вопрос. Кто дал Питермана Эсида, может быть? А я никому не давал, кроме... Кроме меня и Тути. Тебя и Димона, да, больше никому. А как так? Может быть, тут тебе отдал? Может его забанить?
Димон. А, все, стоп-тайм. Готов. Да, Димон. Готов я. Димон, мы видим в чате. Пиши. Да, как? Признавайся. Я ж помню, кто-то отдал. Кто? Я никому не отдал. Так, ну что, жду команды Next. Подъехал. И мы некстируем. Эх, Димон, Димон. Ну ты норм им пользуешься, и кто-то был. 1-0 Рафа. Спасибо, Лазарь. Спасибо, держи в курсе, реально, это реально, держи в курсе. Слик? Да, это Слик. Серьезно, это карта? Да. Вы чё, гоните? Да. О боже. Вот вы наркоманы. Кто у нас сликер топовый здесь? Я? Нет. Так. Короче, я за Брахометом слежу. Предлагаю с него начать. Что у Энтера очень плохо там со сликом все. Ну блин, он не сликер. Чё поделать? Да, спасибо, Разбой, тоже за информацию. Всем спасибо за информацию. Держите в курсе реально, ребят, потому что я хочу быть в курсе. Один ролик. Так, пуст, не подкачай. Там, кстати, будет два best of 3 или как? Или просто у Рафы типа преимущество по картам будет? Да. Пока я не играю, ты за слик отвечаешь, пуст. Да, окей, я буду смотреть, в общем, за... Давай. Штормер, Штормер, best of 7, понял? Посмотрел, история общения с Эйсидом в Дискорде у меня пуста. Никакого преимущества. Понял, понял, Лазарь, благодарю. Я не кидал. Конечно, если удалить название на стрим, то не... А чё у меня название на стрим? А, карты. Да-да-да, спасибо. Спасибо, Варпак. Спасибо большое. Ну, так симпатичнее, правда? Ну если ты не кидал, тогда кто кидал-то? Не знаю, я тоже не кидал. Может, он сам сделал? Лол. Да, конечно, делать мне нечего. Я ни Вуди, ни этого, ни Битрома не собираю. Все, ладно, потом разберемся. Давайте посмотрим онлайн-кап. У нас уже лида, лида, лида. Пуст в итоге 37.9. На одном из серверов начинает лидировать. Привет, Катеруф. На другом сервере у нас лидирует кто? 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 Кто же это кто? Это у нас Пуст 37.9. За ними я уже смотрел. А на другом сервере у нас 37.7. Дамблдлайт, да, пока что Дамблдлайт самый-самый первый. Большой-большой молодец. Будем смотреть за Торнером. У Торнера очень неплохие скиллзы по стрейфу. Возможно, на стике он тоже показывает что-то интересное, если найдет вовремя ролл. Вообще, по роллам тут больше всего, наверное, Ивугу должен решать, потому что он играл эту карту в ИКУ-3. В ИКУ-3 у него она более-менее, по-моему, задрочена. Он знает все. Да, но это ЦПМ Слик, не забывай. Да, это ЦПМ Слик, но он ее, по крайней мере, знает, а это уже преимущество. То есть это тут не стрейф, тут зоны попадать не надо. Тут нужно просто плавно вести мышку, и у него вроде как это получается. Да не отдавал я, Димон. Делать мне ничего, что ли? Может, я отдал по пьяни. Не, вряд ли. Я свой конфиг. Вряд ли. Да, ну вот, в общем, такие дела. Вот у меня еще есть. Я хочу какую-нибудь прикольную вот такую коротенькую штучку, которую юзать, когда рекорд ставишь. Паскаль, сделаешь мне что-нибудь? Я не знаю. Сделаешь мне что-нибудь? Типа... Как это должно выглядеть-то? Я не знаю, может, лид? Так ты же можешь эти очки ставить пиксельные. Нет? Типа вот это рект? Ну не, я не хочу это. А чё, нормально? Я хочу что-то свое. А это не твое? Нет, конечно, это Айктронер, по-моему. И Айктронер у кого-то взял. Я взял Айктронер. 37.7 пока у Дамблдлайта. Его кто-то я не снял. Знаю, я не дизайнер. 34.4 плюс. Значит, все неплохо. Посмотрим за геймроком. И за пуст выиграет этот карт, скорее всего. Да, возможно. Типа тут больше... Он, конечно, тоже такси сликает, но остальные вообще что-то не очень. Да, тут побеждает меньше из зол. Абсолютно верно. Так что да, пишем, пишем. Пишем, кто хочет выиграть приз. Приз у нас ровно ничего. Пишем,
восклицательный знак H и обнимаемся, ребят. Просто обнимашки спасают меня, ребят. Вот, я обнял Скайлина, Скайлин обнял меня, все правильно. Кабал. Сморг. Слушай, а реально тут ни одного сликера нету? А, ну варпак еще, более-менее. Да, я, кстати, скрыл в чате капу прайд от Моспа. Я скрыл в чате команды бота, чтобы бот не спамился на экране именно. Я думаю, это правильное решение. Ой, врезался. Ну и давайте пока так посмотрим. Не давай за варпаком смотреть. Я хочу что-нибудь Мосочки. Уникальное, типа, блин. Какую-нибудь такую, ну, эту. Ну придумай что-нибудь, я не знаю, я сделаю. Не знаю. Может, типа смайлик какой-то? Не знаю. Ну у тебя дятел же есть, ставь дятла, чё? Ну можно. Кадрик ставишь. Я забываю про это постоянно. Не, я хочу это. Надо что-то придумать. Ладно, кстати, у варпака вырисовывается уже какой-то роут. Какой роут в начале? Да. Но он старается, я же вижу. А если он старается, это уже нужно поощрять. Любые старания должны поощряться. Просто остановился. Что вообще происходит? Это слик. Если кто-то не в курсе, это сликовая поверхность, которая позволяет скользить, набирать при этом скорость очень быстро и очень эффективно, не нажимая прыжок. Варпак, что ты пишешь? Играй давай. В натуре. КТРУФ тоже обнимает Скайлина. Все обнимают Скайлина, все обнимают Украину. Мы братья. Каппа Прайд. Че он встал-то? Я не знаю, что там встал. Ладно, посмотрим-то за... За кем? За Торнером буду смотреть. Ну, Торнер лидирующий на... Нет, буду смотреть, вот буду за... Шарлон Танком буду смотреть. Мы за ним очень мало смотрели сегодня. Кстати говоря, у нас четвертая карта, да, у нас... А у меня стоит третья, я никто не об этом не говорит. Йоникс. It's, as you can see, it's a Defrag Duel Cup qualification, online cup, with CPM Physics. So... Шарлантан, знаешь, что такое заступ? Неплохо. Шарлантан много всего знает, он играл со времен Веспа, поэтому... А кто это? Это француз старенький. Он давно уже играет. Эх, врезался. Да, печаленько. Кто у нас лидирует? А 33-0. Пузо, а 30... Ну, нормально. Да, он центром, кстати, впритык идут. Пусть там потеет, наверное, во всю бедняжка. Тут неплохой дублжам тут от Скайлина. Мы Скайлина это обнимаем. Он тут реки, между прочим, ставит. И сейчас будет, перебьет себя, да. Перебивает себя 35-2. Очень даже неплохо. Пуз, давай, не расстраивай меня. Так, что там по Quake Champions? Кто смотрит, кто следит, ребята, помогите, расскажите. Да, ну пока все неплохо. 9 минут, в принципе, 8. Ну, 8 минут прошло. Вот так где-то кто-то пишет. Йо, скоростной парень! 32.3 ставит Дамнет Лайт, давайте за ним посмотрим. Лидирующую пока позицию занимает на данный момент. Я за Ивухом послежу, все-таки его кутришник-то слики. Интересно. Не знаю, неинтересно, он что-то как коллега катается. Это не очень интересно, на самом деле. Я за Пузом лучше устрою, это куда интереснее. Пуз наверняка уже есть роут. Ой-ой-ой, еще без джаба там скипает. Ой, присесть! Сейчас будет 2-0 за Рафой. На изи катает Авика. Ну, скорее всего, да, я так и думаю. Ой, широко на финише. А, попал. Чё, за Пузом говоришь? Да. У него очень даже неплохой роут. Пузо
спасибо за информацию, Шейм. На старте, кстати, никто не пробует облететь вот эти колонны между ними. А может там клип? Не-не, я видел, как пуск прилетает. Ну, видимо, на большой скорости не очень эффективно там. Хотя я не знаю. Ой-ой-ой. По рампе он прокатился очень удачно. Лида где-то, где-то Лида, Торнер перебивает Даунклайда, 32.2 делает. Давайте посмотрим тогда в этом случае за Авенгером. За андердогом, так скажем. Я думаю, Авенгер не против. А на другом сервере мы переключимся за москалем, который не прошел. Не может, вот не Я в спиках как-то на меня переключился. Вот не может пройти человек, ну что с ним поделаешь? Взяли его в андрой через постель и все. И не выгнать его, и карты не проходят. Вот что? Ну вот, удобно. И девушку нашел вообще. И девушку еще нашел вообще. И нет бы, нет бы с соклановцами поделиться, так ведь он жмотит эту женщину-то свою. Просто не дает. Вот, нет бы вот, вот братья Андеды. Поделиться вам, женщиной. Вот вам, братья Андеды, берите сочный корнеплод. Персик. Но нет, не дает он. Вообще никакой, он не то что женщине делится, он даже никакой информации о ней не дает. Странный человек этот москаль, я вам так скажу. А Венгеру скажите, чтобы не жал две кнопки. А Венгер, не жми две кнопки, брат. Стрейся только боковыми. Только боковыми нужно слигать. Это самый эффективный способ на высоких скоростях. Он услышал, возможно, сейчас нас. Давай проверим. Что, Мосс, что? Да, слышит, видно, что остановился, поэтому я типа за ним не смотрел. Будем смотреть за каким-нибудь штормом. А я за Венгером. Пусть знают, что за ним следят. Да, правильно. Правильно. Ну, пока видно, что у нас Ликин вообще, ну, нулевой. Два нуля, Рафа. Спасибо, Лазарь. А я вот за Барином смотрю, и знаешь, я бы сказал, что мне даже нравится. И он даже в лаву упал. От такой информации, судя по всему. Так, 11 минут у нас уже прошло. Шторма, кстати, очень неплохой контроль мышки. Все очень даже хорошо у него получается. Присесть! Нет, не хватает там. Точнее, хватает, слишком много скорости здесь было у шторма, и ничего не поделаешь. И пуст там что-то пишет, кто-то гневно. Так, я отходил, пардон. Ага. Пуст пишет Блуат, я не знаю, что это. Это, наверное, что-то грозное, запугивает энтера. Как-то это наверное какая-то аббревиатура башкирская, типа подойдешь, я тебя зарежу и твою всю твою семью сожгу, Вася. И Энтер такой, воу. Мне говорит, еще ремонт доделай, давай не будем вот это вот. Ну, естественно, Энтер охладил трахание и просто 32.6 делает. Давайте. Давайте посмотрим за Эйсидом, кстати говоря. За Эйсидом тоже давно не смотрели. Это не башкирский. Зато пуст башкирский. Кстати, вот интересно, чем Слик. Сейчас вылезают игроки те, кто на предыдущей карте не такие высокие места занимал. Да. А Энтер с Овчаркиным пониже. Ну, ростом, да, не очень высокие. Вот как важно уметь прям все аспекты. Да. А не только там, блин, пушки или один стрейф. Да, ну, кстати, Слик добавить, это была идея Носфа. И, ну да, я об этом как-то не думал, это реально очень годно. Такое прямо конкретное разнообразие. Почему бы и нет, типа Слик. Можно. Вообще можно будет как-нибудь КТФ попробовать добавить. Это будет очень круто. Ну не знаю. Что-то странно. Типа стрейфовый КТФ. Ну, стрейфовый еще можно. Потому что с пушками начнется жопа там. Варпа хочет выше, чем пес. Скриньте.
Пусть псу обидно будет потом. Да, пес. Все-таки пес. Тут уж ничего не сделаешь. Ну и пазл мапы еще надо добавить, чтобы никто из- за 30 минут не пришел. You are tied for the lead. Восклицательный знак Ха. Восклицательный знак Ха. Спасибо, Холи Дрис, большое. Спасибо. Ой-ой-ой, за поддержку. Ой-ой-ой, Лида! Офигеть. 31. Где, у кого? Спасибо большое, Холи Дрис. Спасибо. О, Шаркина. Да, 31,7, неплохо. Хотя бы Дамтлай 32,0. Холи Дрис обнимает брата Энтера. Весело вас там. Ну. Так, а у Пуза... А, у Пуза Лида, оказывается, вообще нихера себе. Пекарь, Кикап, привет. Давай за Энтером посмотрим, а там мы за ним не следили еще ни разу. Оп. Как он там? Welcome, научился ли играть? Welcome. Гудец, напомни карту, кстати, КТФ, вроде ты играл недавно, короткая, там на старте хоста плазма. Проходу узкий рокет опять плазма. Я не понял, о чем там молочка? До свидания. Ты играл на стрим CTF? Нет. А, ну... Давно не играл. Он, может быть, подумал, что это котлет, но это такого не было. Да, всем вновь прибывшим привет. Очень рад вас всех видеть. И давайте посмотрим-то. Коль такая пляска. 15 минут у нас, половина карты уже прошло. Давайте посмотрим частично за Энтером. 31,2 пуст. И неплохо. Посмотрим за Даунет Лайном. Который ставит, между прочим, очень хорошие результаты. У него даже видно, что рука немножко потрясается. Такой небольшой, возможно, нервный мандраж. Потому что выигрывает, потому что все хорошо, Даунет Лайта, жизнь удалась. Что ты за псом смотришь, как пес? Я? Сейчас справим. Да, вот все неплохо здесь у Даунет Лайта. Делает даблджамп на рампе. Да-да-да-да-да. Так, идет на плюс, судя по всему, очень трюка трясется у него, теряет много скорости. 32.1. Там, по-моему, не надо делать его джамп, нет? В конце. Ну, типа, нужно вообще не нужно джампа, вообще нет. Возможно, даблджамп нужен, чтобы удариться по потолок карты. Да, не быстрее приземлиться. Я смотрю, услышит и напишет какую-нибудь гадость про нас. Ну и пусть пишет. Ну, мы за ней не будем спекать. Да, в натуре. А кто-то пишет там, по-моему, на ютубе. А, Димон. А, наркоманский месседж от Мала. Привет, Марк Нил. КТФ, ЦТФ. Ну не КТФ, может там 6-7 у тебя рекорд. Вес тоже рекорд на этой карте был, я понял, о чем ты его не был. Окей. Ничего не понятно. Все свободны. До свидания. На ГГ, кстати, до сих пор целый один человек смотрит. Неплохо. Стример. Да, поэтому ГГ идет в жопу. Узик. Я хотя тебя... вроде там потолок высоко, этот даблджамп, и рампань такая крутая. Не за знаю, финиш. Не факт, что там нужно делать даблджамп. Мне кажется, там вообще не нужно делать джамп, если уж быть до конца честным. Посмотрим. Надо, говорит. Немножко за Энтером. Надо, кто говорит? Ну, ему виднее, Даунет Лайт. А. Мы не играем. Ну да, да, ему, конечно же, виднее. Мы Даунет Лайту доверяем. Человек, он добрый. Душой он очень велик. Очень хороший молодой человек. Живет в Финляндии. Какое время ты тут поставил? Тут никакое, по-моему, я не играл ту слик-версию. А если играл, то без логина, так, разок типа прошел. Я не... Ой, слейвер рампинг рандомный. Да, ну-ка, да, Даунет Лайт. Завязаешь? Или и засрёшься. Ну-ка. Еще один словил! Ты чё, наркоман? Смотри, смотри, смотри. Ой, дергается, 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 смотри, как дергается. Перебивать. Нет, 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 не может никуда. Рип. Да в конце очень много как-то он теряет. Нужно в конце немножко рампу поменять. Ну так задергался в конце. Я такие карты обычно не играю. А я играю. Ну ты нуб, потому что. Ну да. Как ты подозрительно согласился. У тебя же нет вейров на слике же, ни одного.
Паркнил. Говорят, если даблджамп делать в потолок головой, можно стать как кошачьему уку слегка особенным. Неплохо. Как там батя Экстена? Как там Экстен? Как у меня делишки, брат? Расскажи нам. Да, ну за данным флайтом, кстати, приятно смотреть. Чувствуется вот эта энергетика соревнования. То, что у него вот-вот, он вот этот плюс, он несет его, но не может, к сожалению, донести. Он плюс несет, но плюс его не несет, понимаете? И у него так получается, что... Ой, представил. У него читы, что ли? Что он нервничает, у него видно это по рукам. И это на самом деле очень приятно смотреть, что не у всех нервы железные такие. Ты там вырубай, слышь, что? Вырубай там, данным флайт, вообще... Да, у Туэнтера, кстати, неплохие шансы тут. Еще 5 словил здесь. Энтер 23, 32 и 3. Ну, у Энтера роут на старте немножко, по-моему, неправильный. Хотя, вроде бы, вообще... А, общая скорость даже такая. Нет, да, у Энтера немножко не тот роут, к сожалению. Что словил, я не понял. Рампинг. Или ты кому вопрос задаешь? Тебе, нет, Донатлайту. Нет, я просто читаю. Словил, да, словил. В общем, смотри, Holy Dreams, я попытаюсь быстренько это объяснить. Когда на слике человек скользит мимо рампы, которая идет вниз, он, по идее, не должен ее зацеплять. Из-за скорости он должен просто ее, типа, с нее спадывать. Он не должен по ней скользить. Но есть такой баг, как обратный рампинг. И ты иногда можешь прямо по ней начать продолжить скользить. Суть в том, этого рампинга обратного, что... что как бы... во-первых, то, что рампа вниз, ты можешь набирать на слике гораздо больше скорости. И, естественно, это дает тебе дополнительное преимущество, да. То есть... И это считается рандомом. Хотя некоторые... умудряются делать его достаточно стабильно. Да, вот хороший. Да не, рандом. Ну, бывают, конечно, некоторые карты, на которых маппер делает перед рампой небольшой, как бы... Ой! Чё такое? Небольшой бортик. И благодаря этому бортику там происходит микрозастоп и проще рампинг словить. Ну, чё-то такое, я знаю. Но это не точно. Вот. Вроде понятно. Если я б знал, пришел домой, а он на жопе катается на полу, по полу, говорит, слик терню, после этого не виделись. Люблю мешать. Спасибо, Маркнил, очень приятно, что ты радуешь нас дополнительной информацией. Так, Дамтлайт, все хорошо? Все хорошо, Дамтлайт, не нервничай, куплю тебе пивка, когда приедешь уже, давай, поехали. Ух. Красавчик. Это жестко. Но все равно пуст пока на первом месте. Да, пуст пока на первом месте, несмотря на все это. Ладно, посмотрели за данным, там остается у нас 7 минут. Давайте посмотрим за кем-нибудь другим. Например, за кетом, который стоит. Рафа выведел. Да, ну. По идее, должен был побеждать кулер. По идее. Да. Переживаю за данный тлик больше, чем за всю свою жизнь. Неплохо. А, давайте посмотрим за... С кем? Кет пошел? Нет, Кет не пошел. Давайте посмотрим за Штормом. Мне это было быстро, да. Не знаю, я в кулера верил до последнего. Он взял и говорил. Игрок CP. Welcome to family. А здесь посмотрим, давайте, за ВП-3-шником, которые катаются как калеки, откровенно говоря. Лайта. Челс, да. Да, а Даннет это да. Даннет. Алерт, миллионер в чате. Кто, Вудуснук? А чё, можно клянчить, бабос? На норм комплюктер, что ли? Так, вот, кстати, Ивух тоже словил тут обратный рампик. Все у него вроде бы было неплохо, но он запинается очень много, 34 секунды у него всего тайм. Ну ничего. Блин, походу за это карты Enter да, зарулит. Да, неплохо. Все равно вообще результаты достаточно неплохие. Вуди, давай запускай сбор средств на новый комп.
Да что-то как-то мне, честно говоря, неудобно, потому что типа я тут собирал, а в итоге такая ситуация, и ты не думал зарабатывать? Просто нет, не думал. Ну, короче, не знаю. Норм квейк будет? Это самый норм квейк, спроси у пацанов в чате. Фуз, тебе нужно фрейм скинуть. Что ты будешь с этим делать? Не мотивирую. Ну вот эти, то суппорт мне неинтересно мотивирует. Да, я хотел сделать... Что там читаешь, Вуди? Чат. Ага. У меня сека в запасе. Давай, пуз. 5 минут лефт. Топовый квей. Квей. Плюс один сек, говорит Овчаркин. Давайте за ним посмотрим, проверим, так ли это на самом деле. И посмотрим за пузо, включим топовых. Энтер вообще кипиш перебил. Скриньте, Энтер кипиш перебил. Ну не обижай Ваню. Так, кабал отлетел, надо его... Димон. И Димон, почему самое вот это? Ой, врезался. Я думал, типа, сделать сбор, допустим, ну, там, на хороший микрофон. Там, на что-то, типа, да, потихоньку вот так подсобирать. Димон! XXBCCZC. Welcome. Надеюсь, я правильно почитал. Надеюсь. Спидлиду 30 минут держу. Yes. Спидлиду, у него еще спидлиду 3600. Кипиш. Что ты делаешь с нами, кипиш? Братишка. Ну, кстати, у Пуза очень даже четкие движения. Посмотри, как он скидывает грамотно скорость на поворотах, на слике. Это очень вдохновляет, на самом деле. ASMR дефраг. Будет новый квейк, чтобы не расслышал. А, новее этого нету, брат. Питтсбург, дай обогнать. Питтсбург. Новый квейк. Ты про квейк чемпионс? Иногда здесь он появляется. Я являюсь комментатором нового квейка, поэтому иногда он здесь все-таки бывает. А я так, левый чел. Да. Москаль это с нами Москаль, дефраг 3-0, да. И я не знаю вообще, кто это, я подхожу. Да, я его и стримлю поназвать. Да, я знаю, спасибо. Фурки, Тесла. Мне очень нравились Тесла башни в Радалерте втором. Небольшое отступление юридическое. Я что-то говорил. А, москаляга. Москаля, да. Спасибо. Я говорю, иду такой мусор выкидывать, смотрю, там кто-то роется в бочках. Думаю, дай подойду человеку, помогу доброе дело сделать. Говорю, ты кто? Давай, как тебя зовут? Пошли, я тебя хотя бы накормлю, там валенки тебе старые, там зима, скоро замерзнешь, брат. А он такой, я москаль, я нуб, играю в дефраг. Я такой, дефраг, не буду. В дефраг играют только те, у кого есть валенки, поэтому пойдем, я тебе там валенки, будешь настоящим true дефрагером. Он такой, пойдем. Я говорю, а что у нас тут вообще-то квалификации к... У нас тут вообще-то квалификации к онлайн-капу, точнее, к дуэльному турниру проходят. Это очень серьезное мероприятие, не хочешь в нем поучаствовать? Он такой, да, конечно. Жуется мне под ухо еще булкой своей, которую, между прочим, у меня и украл. Но я ему не давал жрать, я ему говорю, пошли валенки, там, он жрать весь холодильник у меня сожрал вообще. True story, бро. Ой, жесть. Очень жесткий этот маскар вообще. А еще у него друг зеркало. Фу. Как можно вообще таких друзей этовать? 35, кстати, делает демплайт, дамплайт тем временем, а у Пуза 31 едет. Cool story, бро, да. Да, кстати, у Пуза тут все достаточно неплохо. Ну, как-то он... Сейчас неплохо было. Да, сейчас было неплохо. Я думаю, есть смысл тыкнуть, что осталась одна минута, чтобы люди не расслаблялись. А какой нормальный микрофон? Я не знаю, какой можно микрофон, а какой микрофон можно собирать. Да на любой, дорогой. Или на вебку, на хорошую, типа. Да нормально у тебя вебка? Вебка нормальная, да. Тебе можно Full HD, я бы тебя посмотрел.
Видите, да, я не успел его взять, он ко мне мажется стал. Я тебя посмотрел. Вот какой ласкальный. Только девушке не говори. Ты что, только девушке не говори. Я смотрю на Вуди. Свободное время. 30 секунд остается до конца. Ну, ну это по идее не норм. Типа, это говно микро у нас с тобой, Димон. Лазарика попрыг. Так что да. Да, кстати, ребят, кто не в курсе, может быть, у нас эксклюзивный промокод существует у Quake Open League. О, перебил. Красавчик. Да успел, ты успел, да успел. Ты че охуел? Ты че охуел? Да ты охуел. Охуел. Да, 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 да ты охуел. Так, да ты охуел. Погодь. Голос провален. Спасибо. Эйзингс, привет. Спасибо, Скалин. Спасибо большое. Там, кстати, Рафа. Да, я знаю. Да, мне тут уже сообщили всю информацию с горячих. Так, команда пошла next. Так что да, давайте. Для очень нежного слова. Да, да нет, ну типа... Нормальный, нормальный микрофон у нас с тобой. Нормальный. Типа просто на что собирать? Надо собирать на... Там, на витюху, на мате, потихоньку комп-то собирать новый. В этом смысле, да, может быть и... Нужно, может быть и нужно. Samsung Meteor Mic или Razer. Не, ну типа они стоят там по 20 косарей. Ты чё, поехал что ли? И типа, может ты безработный, но такое, собирай на мерч. Вы что, серьезно эту карту играть будете? Офигеть, вы заводили, ребят. Жесть. Самсон, извините. Собами, собами. Новая карта удивляет, да, я скажу. Новая карта меня удивляет больше и больше. Почему? Ну, не знаю, блин. Госспид. Пятый раунд, да. Я поставил пятый раунд? Нет, не поставил. Спасибо, сбой, что обратил на это внимание. И сейчас мы все исправим. Все у нас хорошо. Пятый раунд, финальный. На данный момент положение в таблице у нас таково, что первые четыре места это Овчаркин, Энтер, Шторм и Пуз. То есть... Короче, Пуз. Если ты не поднапряжешь свои мягкие булки, то тебя может данный плайт обогнать еще ко всему, и ты можешь вылететь вообще из квалификации, брат. Старайся. Да не, изи. Не, серьезно, я серьезно говорю. Так что если он хочет. Болеем за пузо, да. Болеем за пузо, щиты за пузо, можно обниматься за пузо обязательно. И я начал говорить про пиццу и не договорил, потому что я сейчас чихну. Будь здоров. Поп-фильтр это от РПЦ защищает? Спасибо, да, спасибо. Так, меня слышно, да? Да. Что-то Торнер какие-то странные роуты мутит. Опять чуть ничего. Непонятно. Так, давайте посмотрим за лутиком. От плевков. Чтоб ничего... Да, я понимаю. Не, ну, естественно, я, типа... Поп-фильтр, я слышал, они чувства верующих оскорбляют. Да-да, вот я рофлил как бы, если что. Я понимаю, для чего поп-фильтр. Ну, в общем... Окно закрою, чтоб не было. Я закрыт. Надо открыть, кстати. А, ладно, потом. С поп-фильтром сможешь чихать, не закрывая рот. Прикольно. Да, спасибо. В общем... Что я хотел сказать? Во-первых, всем привет вновь прибывшим. У нас уже финальный раунд, мы уже скоро совсем закругляемся. Запись у меня идет, все хорошо, уже 2 часа запись. Надеюсь, места у меня на компьютере хватает, балл очень даже хватает. Я что хотел вам сказать-то, ребят? Коль вы посетили данный стрим, я надеюсь, что вам интересен дефраг. Потому что дефраг как никогда живет. И это у нас финальные квалификации к дуэльному турниру, который
будет проходить 22 декабря. Что? Понял рот тут? Чё там у тебя? Димон понял рот. В общем, 22 декабря будет проходить дольный турнир. Призовой фонд 7000 рублей. Это еще только начало. То есть еще этот призовой фонд может увеличиться. И все вы его, кто хочет, можете его увеличить, естественно. И я хотел вам просто сказать, что мы с Open Cyber League, которую сейчас откомментировали уже вот-вот, по-моему, последнюю дуэль Рафы и Авика на DreamHack Winter, у нас есть эксклюзивный промокод на пиццу, на пиццу Додо, и вы можете им воспользоваться, заказав большую пиццу и получить к ней маленькую в подарок. 9052, все записываем себе блокнотики, потом вырезаем со стрима, делаем клипы. 9052, промокод на Додо пиццу, просто классная, реально вкусная пицца. Я за это денег не получаю, просто хочу, чтобы вы заказали по этому промокоду, и было все очень хорошо. Я все жду, пока кто-нибудь топовый роут на старте делает. Построив. Кстати, этот Samsung Meteor Mic на Алике 450. Свой запускай за 12 берем. У меня нет такой пиццы. Ну ты в Украине, потому что. Приезжай в Ижевск. У нас есть. Так, ну давайте посмотрим за этим. 16-0 у него, 15-2 у меня. Это далеко не мировой рекорд. Мировой рекорд на этой карте очень как-то прямо не по мне. У меня не получается. Поэтому будем смотреть за Миновой. И будем смотреть за Шарлон танком. Убивают. Чё, почему? Кофе кончился. Почему кто не хочет перджам делать нормально? Что, я? Да ты тут не играешь. Все пытаются через даблджамп начинать. Ты же играл на карту на стрим, помнишь, да? Да, я из Ижевска. Да, я помню, что я играл. Я со всеми пытаюсь разговаривать, это не так легко может казаться. Давай, Димон, да, спокойной ночи. Увидимся. Хоть кто-нибудь сделайте без даблджампа в начале, ну вы чё, ребят? Да, я из Ижевска. Тупо, блин. Прикольно, мы через место человек на обучение отправим. Что за обучение, куда, зачем? Рассказывай. 16-0 у Энтера пока что, релидирует он на одном из серверов, и на другом сервере 15-8. Ой, Чаркина, кстати, Энтер. Постарайся лучше, а еще лучше постарайся пуст, потому что тебе нужно будет завод возглушить. Да, есть автозавод, есть механический завод, есть завод пластмасс. А, это есть автозавод, а есть завод купол, есть калашниковый тип. Кипиш пытается ракет наперед пускать на даблджампе. Ну да, так можно, по идее, да. 15-4 ставит шторм. Что? Шторм. Посмотрим за шторм. Жмаш. Да, неужели нормальный роуд сделал? Заводские. А, нет, тоже через даблджамп. Блин. Так, ну давайте посмотрим за байн. Так, где-то лиды произошли, где-то... Где? Где-то глюки. А, да. Ну хоть один сделайте без даблджампа, у меня гореть начинает. Вы чё? Это же быстрее. Да, такие дела. Можете все обниматься. И все обнимайтесь. Будет делать с этим что-то. Фир Симфони, привет. Видел тебя где-то. Ризл. Гуснук. Это все. Варпак, походу, забил, спекает. Зенди, must be called zero to it. Should they? Yeah. No, just it's for... It's so important event for us.
So I need to be in shield today. Поэтому... Что так произошло? Да, привет. Найтбот тебя тоже приветствует. Кончой. Конча называется. Смотри, я не виноват. Все знают, что это конча. Да, Москаль, ты хочешь кончу? Чё? Там, посмотри в чат, там аниме девочка есть. Конча. Девочка, говоришь? Да. Какой чат? На Твиче нету. На Твиче есть. На Ютубе? Где? Не, да все, забей. Я не вижу. Ну блин. Молочка тут, молочка. Yeah, so it's really important event for us. So yeah, it's for just each other. Стихи пошли. When fall down, up when fall down. Oh, 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 oh. Так, давайте посмотрим за кетом. Москваль, соберись. Ой, Пуз почти перебил Энтера. Да, очень жестко. Ну, Пузу здесь нужно постараться. 9 минут у нас уже прошло от карты. Остается всего лишь 20. И мы узнаем результаты данного действия. Я уже буду говорить немножко медленно, потому что я устал. Утром, днем мы комментировали DreamHack, сейчас еще вот этот онлайн кап, тут еще вот это все. Посмотри, Москаль, я тебе покажу, смотри. А, это баба что ли? Я клоунная. Я думаю, ник какой-то, все ясно. Это нарисовано, меня не интересует. Да, молочка, ничего, просто проверил. Спасибо, что живой, брат. Ну и в общем-то что? Пока проходят пуст данный Торнер Шторм. Шторм шарит. Варпач. Так, Эндер 15.5. Давайте, не, я предлагаю вообще посмотреть, в общем, за Ивухом. Давайте посмотрим. И за монстриком. Москваль. Наведи на нее и посмотри, как напишется. Да это. Понял, я понял, дебилой даже. Москваль-то знает, что такое букаки. Москваль знает, что такое букаки. Букаки. Лазарь это. Это модерка просто сразу заслужил. Ну нет, я не буду, конечно. Но знай, я бы дал. Ты молодец. Ну ладно, все, не отвлекаемся. У нас очень важный ивент. Очень важно здесь выявить победителя. Очень важно, чтобы пуст прошел. Чтобы работяга фром завода порадовался. Леший порадовался. 360 дисгри порадовался. И все-все-все, кто болеет за пуза. И можно также поставить щиты в чатик. Можно пальцы вверх. Можно поставить битерманов. Можно вудиев поставить. Вот мы ставим вудиев. Вот мы ставим битерманов. Можете повторять за мной. Эти москвали вообще ничего не понимают. Говорит чувак с Украины. Который знает москвалей только по нику. Да, Москва? Угу. Т-58. базу. Либо так, да. Можете ставить базу за пузо. Ставим вуди за пузо. Все, кто подписывался когда-то, может и будут ставить. Да, либо вот так, как кабал. Ну как кабал, проверим. Вышел норм гайд на абуст твича, пойду сделаю. Давай. Респект за таку, йо-йо. Nice to meet you here. Кабал, напиши рулетка в честь пуза, пожалуйста. Парадный фейерверк с пистолетов в кабал. В студию. Вот, кстати, Ивух на этой карте более-менее неплохо себя показывает. Ну да. Все-таки у КТРшника топ-3 на сервере. Привет, Дреха. Будис один, да, игрок. Хорош. Так, кабал.
Это так забавно выглядит, просто что вот он написал рулетка, и его красиво, да, и его сообщение типа с экрана удаляется, лол. Просто где-то не было его. Ладно, я тебя вернул к жизни. So, respect, Tsutako. You know what's happened here? Of you need some information. Скайален отстранен на один сек, лол, что? А почему? Почему на один сек? Дабл килл. Ах, шторм почти перебил. Это баг какой-то. Ну ладно, давайте вернемся к нашему онлайн-капу. Почти половина уже прошла. Давайте посмотрим за пузиком. Посмотрим за Донатлайтом, который тоже показывает очень даже хорошие результаты. Ну, кстати, да, такая карта-то. То есть у меня 15.2. Паладин, ты пьян. Иди домой. И вот люди ставят 15.4, 15.5, это очень круто. 15.5 также у Энтера, 15.8 у Пуза. И это, по-моему, все, что есть у нас в 15 секундах. Все топовые таймы, хотя нет, еще есть овчарки 15.5 также. Но они лучше не сделают, на старте дроут неправильно. Yep, exactly так. And also it's last qualification stage for the Frag Duel Cup. What you can see for 22-23 December. Ух, неплохо, шторм. Почему никто Rocket Jump не снизил? Потому что внизу об. И этот оп ловится только с прыжка. Как бы если ты не делаешь этот оп, ты тратишь только хп от Rocket Jump и дополнительной скорости не получаешь. А оп, он имеет такую способность, вот как Дамплайт. Видите, он падает, буква Б загорается и получает дополнительную скорость. Yep. It's really cool. So you can visit us sometimes, and I can, if you're really interested, I just can tell you about it. And but not now. Now I need watching this cup. If you don't mind, please. Пусть, наверное, знает правильный робот, но у него стрейфа не хватает для этого дела. Думаешь? Но он с даблджамп тоже делает, тоже без... Ну, надо без сделать, это экономит 200. Ну да. Даже бомб можешь, бомб больше, даже 300, наверное. Нет, 200. Итак, Open Cyber League начинает ретрансляцию нашего канала. Благодарю. Будет как думаешь, почему... Слушай стрим. Почему Москаль не любит скакалку? Москаль, у тебя есть версия? Я сейчас должен пошутить, да, как-то? Ну, я, потому что буду. Кто не скачет, тот москаль. Это шутка. Очень классно. Да, да, ну что? 15 минут, точнее уже 14, точнее уже 17, точнее 13, на это я пошел. 13 с чем-то секунд. Секунд, говорю, минут. Все, я уже заговариваться начинаю, потому что... Ну что, да. Ну что, москаль не скачет, будет заговариваться, а мне зашло. Ну, Скайлер, потому что не в России он не шарит. Кубин и бух. Да, ну и в общем, давайте переведем немножко взгляд. Посмотрим за Эйсидом и параллельно посмотрим за Шарлоном, который, да, казалось бы, хоть должен был закидывать Рокет вниз, но не получилось. Тут на самом деле, вот Лазарь спросил, почему не делать Рокет Джамп вниз. Тут на самом деле очень много вариантов, как можно пройти. Невероятно много, невероятно большое количество вариантов прохождения этой карты. Мозга. И, в общем-то, можно кинуть здесь вниз пол ракету, можно кинуть в стену, допустим, 2х словить. Ну, то есть вариантов реально много, если вы шарите, то можно здесь это все воплотить. Но суть еще в том, что времени у вас ограничено, всего полчаса, поэтому заранее подготовиться к картам нельзя, потому что ни у кого списка нету, никто не шарит, сколько, какие карты будут.
А смысла в пол кидать нет, ты же не можешь пробустить ракеты. Тебе либо обслужить, либо пробустить. Ну типа ты ловишь оп и сразу от ракеты получаешь буст, это же быстрее будет. Ты не можешь пробустить. У тебя получается... Не получаешь, в смысле буст по скорости получаешь, не буст, не буст сделать. А, ну все равно медленно, там же стены. По итогу это хуже все равно. Ну не знаю, нет, там можно как-то закинуть нормально. 16... Ну если прям идеально, 3 за 50 там как-то, не знаю. 16.0, кстати, ивук делает, это очень круто, по-моему. Давайте шаблоны перекинем. А в принципе карта так устроена, что тут не нужен большой скилл мне, чтобы допрыгнуть вначале. Просто по прыжкам, чтобы сошлось у тебя все. И в принципе, что он делает это и все. Ну да. У него возможно даже плюс прыг вначале, за счет хорошей плазмы и ракет он вытягивает. Хотя не, вряд ли. Интересно, как дуэльный кап пройдет? Начинаю уже нервничать. Да нормально. Там такие карты будут, Москаль, ты бы знал. Очень жестко. ГВН? Да. Молочка, молочка, алё, молочка. Ой, пуз, зона не попадает, ой, пуз. Пишем букву Х, заказываем Додо пиццу с промокодом 9052, и все будет хорошо. Сколько человек в дуэльный выходит? Выходит всего 16 человек, полный список. Вы сможете узнать после вот этих квалификаций, как только они пройдут. На следующий день, скорее всего, либо чуть позже, после окончания стрима, появится информация на сайте dfcoms.ru, которую вы можете видеть, регулярно отсылает Nightbot. О, Эндер обновил свое время. Неплохо. Да, давайте посмотрим за Эндером. 15.4, остается 10 минут, я думаю, стоит... Все остальное время посвятить топовым игрокам на каждом из серверов. Это овчарки 15-240 и Enter. Главное, пришел, говорил. Давай, Владимир, спасибо за поддержку и удачи. Спокойной ночи. 15-4 у Enter. Это... Да, я так и понял, что это варп. Спасибо за подписку. Висен, ну. Спасибо, Варпак, большое. Варпак забил, да, походу? Ну да, жалко. Подкачал его это астрейв карты, конечно. А так мог бы, в принципе, бороться с пузом. Ну или хотя бы за пятое место. Спасибо, Варпак. Эх. Ез абуз. Так в смысле абуз? То есть... Че абуз? Абуз. Кого абуз? Твича, прайм твича. И че? Ну ты прикольно, не знаю. Ну типа мне до сотки долларов можно добирать, я могу смогу вывести под... Кстати, если сейчас варпак на абузе, то я не понимаю смысл как-то... С любовью, Варпак, да. Спасибо большое, Варпак, спасибо. Спасибо, братишка. Типа, могут же забанить, отменить вот эту подписку, я ничего не получу, и наоборот, может мне прилететь, наверное. Кстати, у Энтера все достаточно неплохо получается. Единственное, у него есть на руках 11.3 в ЦПМ! Или что, я не то смотрю. А, я не то смотрю, блин, я удивился. Ты че, ты меня там не понял? И да, звони быстрее. Понял. Господи. 14.7. Да я говорю, вначале минус прыг надо с помощью, блин, без даблджампа и потом надо. Слушай, а сколько ты получал за наши подписки? Ну да. За ваши подписки? Сейчас я прямо точно скажу. Я так не помню, сейчас я делаю. Молочка. Димон, тебя не может пес перебить. Все, он сдался. Или Димон ушел уже? Не знаю. Вроде половина. Да, вроде половина. Сейчас скажу. Вроде.
Ну, а нет, еще тут. По идее. Не знаю, не могу найти. А, нет, вот нашел. А, нет, не нашел. У нас получается, да, Метлайт обгоняет пузо. Короче, да, половина, по-моему. Димона нету здесь. Ушел. Я говорю, да, Метлайт обгоняет пузо, получается. У него, он получается четвертый пуз, а там Метлайт становится третьим. Вроде как, если сейчас ничего не меняется по результатам, то так. Но пуз все равно квалифицировался, поэтому. Ну, остается 7 минут, чуть меньше 7 минут, поэтому. Хотя пуз еще может штормом обогнать. Да, получается так. Да, давайте посмотрим за пузом. Интересно. Посвятим ему оставшееся время. Нет. Но есть еще время. По идее, 7 минут это очень много. Уже 6. Уже 5. Ну, 25. Ну и что? Давай, прижимай свои бинды. Короче, не выгоднее хочешь? Тебе просто бабосы кидать. Ну, по идее, да. Просто. Не, просто смотри, подписки к чему важны. Подписки будут очень важны, когда я стану... Йоу, Брунекс, nice to meet you here. Подписки будут очень важны, когда... мы станем с Твичом партнерами, когда у меня будет стабильно 75 человек на трансляции, и я стану официальным партнером Твич. Тогда подписки будут важны, я смогу добавлять новые смайлы, будет намного интереснее, появится стабильное качество и вот это все. Ну, типа, сейчас это, по идее, просто поддержка меня, и все. Сейчас это никак не влияет. Поэтому пока лучше не подписываться. Ну не то, что лучше не... Ну у вас добавляются смайлики. Один. Вуди. И все. Так что, я не знаю, ну как бы... Я не могу сказать, мне неудобно об этом. Никогда... Мне никогда неудобно об этом говорить. Точнее, всегда неудобно. Типа там подписки, не подписки. Да, поддержим штаны Егора, все сабскрайб. До конца остается 5 минут. Да, спасибо, Warpack, что напомнил. Так 4 же. 5 минут, Москаль. По сервер тайму, 26. Так, Москаль. Чё? Забаню сейчас. Так 26 же. Так, ну все, тихо. И Warpack вышел, кстати. А до конца остается, да, 5 минуточек. И еще минут 10 мы с вами, наверное, посидим. Посмотрим результаты. Паскаль не урчи, да. Посмотрим, возможно, уже появится список. Нос, ты слышишь, у нас появится список уже полностью к тех, кто откалибровался или нет? Сможем ли мы его дождаться? Список завтра. А, все, окей, все. Список, значит, сегодня не ждем, сегодня просто смотрим финальные результаты и прощаемся с вами, дорогие друзья. Давай за энтером посмотрим, что-то потеть там. Давай за энтером. 15-280. Результаты этой квалификации через 5 минут с конца, да. Да. Ну, мы дождемся, результатов дождемся, в любом случае, и посмотрим за овчаркиным, который сделал. 15.1, остается 3 минуты. Очень-очень уже мало времени, но должны стараться лучше, ребятульки. Иначе, если стараться лучше, или не лучше стараться, или стараться не лучше, или не стараться лучше, то, собственно, поставите вы плохой тайм. Ну и что потом? Что потом после плохого тайма? Ничего, просто вас кикнут со всех команд, вас не будут брать другие команды. Вы будете везде аутсайдером и будете СТ1 проходить за 10 секунд. А это так себе перспектива, на самом деле. Поэтому старайтесь лучше, друзья. Вообще, в любой сфере своей деятельности старайтесь лучше. Ну, меня не кикают же. Ты стараешься лучше. Ты стараешься не стараться.
У тебя лайфхак у тебя. Вы будете Twitch смотреть. Если, да, кто не старается, лучше будет смотреть Twitch. 101 за 10, да, носов тоже. Типа, то насколько надо не стараться, да, чтобы за 10 пройти ты стадион. 2 минуты у нас времени остается. Так, Ваня. Так, 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 так. А, блин, думал, сейчас будет. Да, минус 200, к сожалению, в конце у него. Что, полторы минуты уже остается. Не знаю, я очень надеюсь, что Пус сможет себя перебить. Успеет. Ну что, получается, Шаркин зарулил? Или же нет? Стоим, наверное, хотел чизлом. Нет, а ты лазарь не шаришь же. Чё это за хрень? Это кому вопрос? Это задают нам вопрос. Нам? Да. Нам с тобой? Да. Чё это за хрень происходит? Чё за хрень? Одна минута происходит. Это квалификации. Во-первых, это Quake 3 Defrag. Самый триксовый и самый спидранерский мод всея Руси, всея мира и так далее. Это во-первых. Во-вторых, это последний этап квалификации к дуэльному турниру, который будет проходить 22-23 декабря. Подробнее информацию вы можете найти на dfcoms.ru. Если у вас есть что-то, если вы хотите... Да, ты лоханулся, Лазарь. Если вы хотите получить более подробную информацию, можете написать мне в личные сообщения, либо написать в комментарии dfcoms и так далее. Накрутка стрима дешевле 8 раз, чем у всех. Поздравляю. Так. Минус один. Привет, уважаемый Кройс. Почти правильно. Турнир по прыганию в пикселях в будущем с вас. Да. Все, стоп тайм. Ой, псину зарулил. Все, можем выходить из дефрагов. Вообще, это... GGG. Вообще, Little Pony, смотри, ты можешь ознакомиться с первой его ссылкой, с новым свежим мувиком по дефрагу. И, возможно, изменить свое мнение об этом. Ну просто, кто знает, кто хотя бы немножко шарит за дефраг, вот как Лазарь, допустим, да, немножечко он знает про дефраг. Он уже просто, типа... Дефраг — это самое крутое, что может случиться вообще. Поэтому давайте я вам сейчас покажу браузер. Давайте мы обновим. Пока что, вот как мы видим, есть у нас результаты всего 4 раундов. В общем, дефраг — это норм тема. Типа это не прыгание в пиксели, это... Точнее, это прыгание в пиксели, и это самое трудное прыгание в пиксели, которое ты когда-либо можешь где-либо встретить. Так что... Да, Пус живи. Сначала был дефраг, потом Украина. Да, вот даже житель Украины говорит, что вначале был дефраг. Так, и вот 5 раунд. По итогам все-таки Пус вырывает победу на 30 буквально очков. Занимает 4 место, проходит квалификации. Также проходит квалификации и Шторм, потому что Энтер уже отквалифицировался. И Овчаркин также проходит. Давайте мы откроем сам сайт. Видим мы, что у нас здесь проходят регулярные еженедельные варкапы, на которых могут участвовать абсолютно все. Принимаются все демки, пишутся на них обзоры, мы рассматриваем демки, рассказываем про карту. Можете подробнее увидеть на ютубе, если мало ли кто не в курсе. Кипиш вот получает минус один рейтинга, потому что он играет за динозавра, его невозможно смотреть. Ему просто так, типа, за модельку. Минус один. Я мучился, пока смотрел твою, это, минус один. Справедливо. Справедливо. Да. Ну, в общем, нет пока здесь никакой информации. Ой, такой трек. Где миксер? Громче. В общем,
Да, давайте посмотрим, пробежимся. You are tied for the lead. Если делаешь что-то, не делаю этого бесплатно. Бесплатно? Спасибо, спасибо, Катару, большое, очень приятно. Скоро, надеюсь, порадовать вас обзорами. Да, пишутся обзоры. Пишутся, будут писаться обзоры. На следующей неделе просто я был занят комментированием Дримхака, и поэтому на этой неделе как-то не очень все сошлось. В общем-то, это типа спидран Акваки, только без фрагов. Да, без врагов. Это спидран. Тут очень... карт. Зачем вам враги? Привет, Дранков. А чё за РТВ не в топе? Потому что... Короче, это жесткий спидран. Тут у нас очень много карт. У нас около 5 или больше, даже около 8, по-моему, тысяч карт вообще в дефраге существует. А я тебе покажу даже. Вот смотри. Зеркало карт дефрага, смотри. Из 15 тысяч. Просто я вижу, что ты... Тебе вроде как это непонятно, но ты не уходишь, потому что тебе это интересно. Ой, поэтому я тебе покажу, да. 15 тысяч карт, вот здесь можно посмотреть. Мод, это зайчик у нас, дефраг. Рокет, плазма, вот эти всякие. Есть стрейф, есть рокет, плазма, есть комбо. Разные-разные есть, очень много у нас всяких карт. Заходим на сайт q3dev.org, основной по онлайну. Здесь у нас сервера, на которых можно побегать. Вон немцы, американцы бегают. Немцы смотрят за американцами, или немцы смотрят за немцами. Вон белорусы, мил, какой-то блейд, за ним, с ним лучше вообще не разговаривать. Дядя Женя вот играет, Алёша, это Локи. Хулиган вон бегает, Cool Speed 4. XXX, француз, IT, русский, фиг знает вообще кто это. Блюман из этого. Да, ну в общем у нас весело. Бывает очень частенько тут стримы по дефрагу. Но без музыки, потому что Twitch запретил. В общем, все, давайте. Давайте я еще раз обновлю все страницы. У меня всего две, пока две. Тогда вот у нас появились такие вот. Сразу мы ВКонтакте, их нашу группу ВКонтакте пересылаем. С детства задерга. Ой, Лазарь, это зря. В чем стример не участвует? Стример не участвует, потому что стример-организатор. Стример-стримит. Стример-стримит, стример-организатор. Вот и на один турнир получает Пус, Дамнет Лайт, Торнер и Шторм, так как Овчарки и Минетер уже отквалифицировались. Так что, да. Я думаю, на этом стоит закончить. Ну, можем еще раз подробнее посмотреть. Снизу давайте начнем, да? Кианекс. 500 и 500. Просто, типа, я отбираю карты, я принимаю основное участие в этом всем, и я не могу участвовать. Тем более, что стример является топ-игроком СНГ, и, типа, если я буду участвовать, то кто-то не будет участвовать, потому что я займу его место в любом случае. В общем, а я бы на самом деле хотел, и этот формат мне реально очень интересен, типа, когда у тебя есть полчаса на карту, и ты такой, тебе нужно найти роут, тебе нужно как-то собраться духом, не торопиться никуда, попытаться найти самый правильный роут, ну, не знаю. Речка да там. Ну так вот. Да. Скромняга. Да. Ну просто, чтобы уже не размазывать сопли. Да, топ игрок. Но только сейчас. Так, Кианекс. 23 место всего у нас участвовало 23 игрока. Кианекс на последних трех не участвовал. Сити Хабиб. Это у нас румын, который живет в Англии. В Казахстане есть дефрагер, да? Да, это Very Sorry, кстати. А, да, вот он. Лерой, привет. Только на одной карте отправил, точнее, отправил, а финишировал только одну карту. Барин. 4 карты финишировал. Третья, по-моему, была Rocket Run. Он ее не закончил. Пред. Так, потом идет Варпак. Ой, Варпак, ну Варпак. Ну что, ну Варпак. Ну, забил на последний. На одну карту, на этих народ тоже играл. Куди я поиграл пару лайнкапов, я нифига. Ой, все, нос, я тебя сейчас забаню сейчас с зависти. Отстань. Новые карты для лайкапа нет. Мы будем делать, я думаю, что мы будем организовывать данный дуэльный турнир более часто, как бы, чем раз в 18 лет, поэтому... Я присутствую сам, да, мы уже заканчиваем, Лерой. Ну, ты можешь посмотреть потом запись на ютубе, которую я выложу, которая заплодится, возможно, сегодня я ее выложу. Ночью. Можешь даже лайк поставить. Да, можете даже поставить лайки, везде подписаться. Вот это все, ну это такое. В общем, дальше у нас Геймрок, Минова, белорусы вот пошли, Украина, Скайлин, Украина! Давай, Скайлин! Лунтик старался очень хорошо, 270 в третьем раунде, но это не беда. Этот тайм все равно вычеркнут, потому что он является худшим.
Еще раз, еще раз, еще раз. Вы сами не слышите. В общем, Undead Evil 8. Даже вот пальчики у меня оставятся. Кет, Acid Kisses, Шарлонтан, Кипиш, Турнер, Шторм, Уз, Даунклайд, Энтер и Чартин. Да, и вот у нас итог. Квоты на 1v1 включают Уз, Даунклайд, Турнер и Шторм. Еще раз вас поздравляю, я всегда 13. Ну и в общем-то да. Я думаю, можно на этом заканчивать. Можете. Ух. Кому интересно, у нас есть, вот я вам покажу, вот. У нас тут все есть, смотрите, ребят. Try to defrag, нажимаем. Кому интересно, кто хочет на досуге попробовать. И осознать всю боль, когда ты думаешь. Никчемность свою. Да, всю свою никчемность в этой игре. Вот, вы заходите, скачиваете defrag clear, допустим, либо пишите мне в личке ВКонтакте. Личку ВКонтакте можно найти через социум. Открываем VK Group. Инструкция для лохов тоже, да? Да, да, да. И вот Егор Хвостатый, собственно, я, тут написано будет. Тут не спутать, в общем. Тут также и вся информация будет, вот уже и DevConf результаты, если все такое. Также все, скачиваем Defrag Clear, скачиваем конфиг. Любой вообще абсолютно можно вызвать конфиг, как по мне. И все. Кроме моего. Да, кроме вот этого. Москваля. Демки надо. Нет, демки не надо. Я обзор демок не буду делать, времени нет. Опа, здесь иногда перед шериф. Ну и в общем, да. Все. Все, ребят. Всем спасибо за участие, всем спасибо, кто смотрел, кто поддерживал. Спасибо за подписочки, спасибо, спасибо за все. Играет. Спасибо будет за стрим, да. За его обзор. Да, спасибо за обзоры, которые будут на следующей неделе. Скорее всего, овчарка одну карту до чемпа задрачил. Да, может быть. Он уже откалиброван был, это не важно. Не умею прыгать с моста на рейл Синс 99. Самый топовый комментарий. Запомните этого человека. И да. Cool story. Cool story, да. В общем, все, ребят. Всем большое спасибо. Всем удачи. Всем пока. Удачи, пока.